Так, здорово всем. Чай еще вебку. Так, готово. Хоба. Павлик уже тут, надеюсь. Так, я не знаю, насколько долго будет стрим длиться, потому что есть определенные вещи, которые я хочу успеть сказать. Первоначально, конечно, я начну заготовленного, а после этого уже пойду к вопросам, чтобы это было более конструктивно, а не совсем не попад, типа, ответил на один вопрос, пришел к другому. Есть вещи? Здорово всем, здорово там, кто смотрит, Спейт Шулер. А, есть вещи, которые я первоначально хочу сказать, то есть, так сказать чтобы было более понятно, к чему все это ведется, и чтобы убралась часть первоначальных вопросов. Перво-наперво, это, конечно, спасибо Павлуше, хуй ему в уши. Привет, Павел. Я тебе обещал это сделать. Я обещание сдерживаю. Так что, возможно, к другим стримерам или другим участникам комьюнити ГГ после этого будет лучшее отношение. Возможно, нет. Но я делаю то, что считаю нужным, а дальше будет, что будет. Uh, второе, это, наверное, часто мои ролики, которые использовались, и я был в принципе против этого, распространялись на других YouTube каналах или тому подобное. Этот ролик я буду только рад, если вы зальете на свой YouTube канал. Можете дублировать, можете делать нарезочки. Удачи, спасибо, если вы это сделаете. Мне бы этого хотелось. Мне бы Добро этого честно хотелось. На стрим я здороваться не буду. Спасибо за подписку. Не буду сильно отвлекаться, потому что тем много. Но как сказал бы я вас вижу. Спасибо. А, третий момент, который тоже очень важный, и я его уже непосредственно упоминал а, в своем самом старте: это то, что я не хочу friendly -fied. Очень много людей в мире сейчас не осталось, как сказать, бело-черных тем, и все довольно серое. И много людей, которые останутся на этом руме, и я не пытаюсь их отговорить играть на нем и я не хочу им навредить. Поэтому часть вопросов, они останутся без ответа, с моим вот таким вот тупым лицом, я буду смотреть так тупо веб-камеру, и вы будете понимать, то, что я просто не могу говорить. Но постараюсь быть настолько честным, насколько это возможно. И, естественно, я кого-то зацеплю, поэтому заранее извиняюсь, кому я нанесу вред. Увы, совершенно безвредно это сделать невозможно. Кто такой Павлуша? Это главный по стримерам, как я понял, который вот был ответственным связующим между мной и непосредственно сетью. По крайней мере, мне это так объяснили. Причем у него были довольно большие, насколько я понимаю, полномочия, потому что я ему прямым текстом говорил, что либо мы сейчас договоримся, либо будет то, что происходит сейчас. И он принимал эти решения. Так что, вы поняли. Третье, это, наверное, одно из самых главных, мы потом еще... Пос... О, четвертое, точнее, уже. Четвертое, это, наверное, одно из самых главных, это то, что я увидел э, моя позиция. Я понимаю, что даже если я строго выскажу всю свою позицию, все составляющие, почему я так поступал, или почему я там что-то там делал, говорил, э, часть людей меня все равно не поймет. Ну, то есть не то, что не поймет, она меня поймет, но она будет меня либо осуждать, либо говорит, чтобы она поступила иначе. И это окей. То есть нужно быть полностью мной, чтобы поступить так, как поступил я. Или тому подобное. Uh, самое главное, что я хотел сказать, нет, это не какой-то там каминг аут, и я извиняюсь за то, что там стримил или тому подобное. Это абсолютно не так. Я делал и сделал бы это снова и так далее. Потому что, ну, мне нравится играть в покер. ГГ это единственный рум, где есть хай-стейкс. И Одна из причин, почему я согласился так быстро на этот шантаж, это не потому, что я был виноват, а потому, что в целом мне нравится стримить. И мы к этому еще потом вернемся. То есть моя позиция заключается не в том, что я какую-то нарушил свою моральную дилемму, а теперь исправляю это. Единственная причина, почему это сейчас происходит, потому что мы не договорились с конкретным человеком о конкретных вещах. Вот и все. А не потому, что я считаю, что я делал что-то неправильно или поступил что-то не так. On. Собственно, давайте теперь пойдем уже к причинам. Я историю описывал, повторять ее особо, ну, мы ее уже повторим и не раз в какой-то мере, и поэтому как бы будем начинать двигаться к, по процессу. Думаю, уже все знакомлены с самим кейсом. И здесь важно понять, что является бомхантом. То есть начать снова разбирать правила. Виноват ли я или виноват ли другие игроки? Больше меня, Ригваров, и не уходя из-за стола, играло, наверное, всего лишь два человека на ГГ. Это Стефан Бураков. Все его знают в комьюнити, как Монако Эго и как Стефана. Это первый момент. И первый человек. И второй человек это, по-моему, Кевин Пракуэ. По-моему, так его не читается. Это тот человек, который играл там со всеми хадзапа, играл и Макс и не уступал. И Стиву блайнды, когда уходили фиши. Добро и... пожаловать на стримы. -эм Спасибо, доброго вечера. Спасибо за подписку. Uh, давайте я <laughs> я короче сделаю одну секунду. Я сделаю молчаливые пока что, хорошо? Mm, я не знаю, как сделать этот молчаливыми. парни, не обижайтесь. Я вы именно выключу это. Я вы именно выключу, чтобы не отвлекаться, потому что оно очень сильно поебивает. Спасибо за поддержку и так далее. Я вернусь к этому позже, чтобы просто не терять нить разговора. Uh, так вот, всего лишь два человека играло и постило больше меня. И они эти могли позволить себе только тем, то, что они играют настолько хорошо. То есть в пуле, скажем, на 100 человек эгов, всего лишь два человека могут вести себя и играть постить блайнды и так прокидывать деньги, только два условно человека с самым большим винрейтом, наподобие Стефана. Но кроме него никто себе такое позволить не может. Если вы посмотрите дистанцию всех регуляров, которые играют кэш, то 2-3 blind это заебатый винрейд. Но когда рейка так много и вас заставляет пропастить блайнды, то будет ужасная ситуация. Пропастить блайнды еще раз объяснить. Хорошо. Ситуация заключается в том, что когда мы сидим за 6 мак столом и уходит фиш, остается вас пятеро. И по правилам, выданным на МГГ и точно не прописанным, вы должны какое-то время продолжить еще играть. Какое это время? Какое непонятно. И в, в этой ситуации выигрывает тот, кто первый встает на бесплатной позиции. Тот, кто остается на платной позиции, он фактически один раз пропастив на этом столе, он лишается 15, 20, 30 минут профита того, что он играл. То есть, если у вас за час развалится 3 стола, и вы закончите на блайндах, вы сыграли в минус. Похуй, как хорошо вы играли. Рейк настолько большой, фиши настолько мало проигрывают, что эти блайнды, они уничтожают весь винрейт, который у вас есть. Вы начинаете играть в минус. Их невозможно постить. Невозможно играть игвары на таком высоком рейке. И это понимают абсолютно все. Поэтому игваров просто не существует. За именно вот эти э, спизженные бесплатные позиции, за спизженные блайнды, в свое время очень сильно хейтили Фероэла, Потому что эти блайнды это составляющая винрейта. И очень большой прикос. Э, дают преимущество одной и к другому. И все вроде бы неплохо, когда игра разваливается, все уходят против фиша, и на бесконечной дистанции все примерно одинаково станут. Кто-то раньше, кто-то позже, но примерно все закончат на равных позициях, платных или бесплатных. Но когда я являлся единственным регом на весь ГГ, который должен был постить блайнды, моя игра превратилась из плюсовой в минусовую. И я единственный человек, от которого это требовалось. Если вы откроете стримы других игроков, которым платят за стримы или не платят стримы на ГГ, вы увидите, как моментально разваливается игра и как эти игроки встают, когда пропадает фиш. Потому что э, невозможно играть в плюс. Ссылку на тему сейчас дам. Соответственно... Возвращаемся еще к вопросу нарушений правил. Теперь мы уже знаем, то, что тот, кто постит блайнды, единственный из этих пяти регов, оставшийся за столом, он никогда не сможет играть в плюс. Исключение буквально пара человек, которые играют с космическими винрайтами и которые намного старше поля. Это будет какой-нибудь Стефан, ну и еще может быть пол человека. Извините, я не Стефан, и как многие другие, и мы не можем играть в плюс. Я отвечу на вопросы чата чуть попозже, Дорубак, чтобы не сбиваться. Uh, так вот, второй момент – это легальность такого наказания, как бан за бомхант. Уже много раз говорил с Эги, то сам Кэш он, он подразумевает то, что вы садитесь и пятером или восьмером раздеваете одного более слабого игрока. Так придумали не мы, это <laughs> так уже исторически сложилось и таким оно и будет являться все все время. И мы находимся в том положении, что, как бы сказать, здесь невозможно поступить иначе. И когда люди говорят, что не бомхантите, мы играем в покер ради денег. И мы играем ради конкретно этого человека. И если рум хочет, чтобы мы играли после того, когда э -э, рекреационный игрок встал, то для этого можно вести пенальти, можно вести обязательное количество рук. Рум программно может это все сделать. Но вместо этого он оставляет размытые правила, которые просто не существуют. Ну, то есть... Такие правила не могут быть созданы. Но Ром их создал. Он говорит, не бомхантите, но вы играете ради денег. Оно не сочетается. Типа это, как представьте вам работодатель, на чем говорит, ходите на работу ради удовольствия. Типа, зарплата это так. Это еще надо заслужить. Вы и так катаете и получаете удовольствие. Вот смысл примерно бомханта в этой ситуации заключается. Если вы даже посмотрите на офлайн, как выглядит офлайн в каком-нибудь Вегасе, Сочи, или возьмем лучшие примеры, например, Макао. Вы приходите и садитесь играть. Вас стартует 8, 8, человек, и на столе есть один пустой слот, который всегда под випа. 8 регов месяца. Все знают дилеры, питбоссы. Они знают, почему вы сидите, тратите свою жизнь на эту игру, платите рейк, живете дерьмо, играете 30-часовые сессии, куете в туалете. Потому что, когда придет фиш, его посадят за этот слот, и он окупит все то, что вы здесь потратили на билеты, на гостиницу, свое здоровье, свое время. Это бомхант? Нет, это экологически как можно сделать, как сделано в офлайне. В онлайне инструментов сделать нечто подобное гораздо больше. Но Рум намерен это не делать, чтобы просто банить любого неугодного. Я более чем уверен, что я и другие игроки, которые были в свое время забанены, или позже как были разбанены, типа ММА Шердога, Дудя, это те люди, и как я сейчас попал под этот бомхант, ну типа под и бамханта именно потому что мы стали выигрывать слишком много то есть для рума это оказалось too much они не хотели чтобы мы так много выигрывали денег и поэтому мы были забаненными в обратную ситуацию сейчас тот же самый шердок и дуть как я уже упоминал они снова разбанены под амнистии вы думаете они изменили какую-то стратегию игры дуть один он была довольно большая тема можете ее прогуглить почитать а... вы думаете что-то изменилось с тех пор у человека даже конфисковали деньги. Но он также приходит, и он абсолютно перестал бомбхантить даже 5К, потому что это не особо выгодно, и он начал тратить свои попытки сождения и свой профит только на лимиты выше. Это к <laughs> К тем требованиям, которые были ко мне. И... Сама ситуация опять же бана. Как я уже говорил, я сыграл примерно 120 тысяч рук Заплатил более 300 тысяч долларов невозвратного рейка. И это все сделано 5К. Играл Ха со Стефаном. И не только с ним. Играл 3 Макса. Больше, чем я, сыграл буквально за промежуток полгода, наверное, буквально 1-2 человека на хай И если это называется бомхантом, любой из вас может быть забанен. В любой типа момент. Это то, что я хотел сказать по правовому, как, как этому нужно назвать, нарушение. То есть легальности бана, существование его, даже если эти правила придумывать, которые не могут просто существовать в реальном мире, то под их критерии подойдут сначала 97 регов, и только я буду 98 из 100. Так что это выборочный молоток, который пиздит тех, кто выигрывает. И это обратная плохая сторона, к которой мы сейчас будем подходить. Это то, почему так назван стрим, и если будем рассматривать а, на, а, на примере игры на этом руме и игры вообще в поке, плюсовость. Как правило, сейчас э, реги содержат ну, 2-3 рума, где они играют. Один из этих румов, как правило, у человека будет в долгом состоянии в минусе. Один в плюсе, другой в ноле. И вот что будет выходить с ГГ, с людьми, которые играют на ГГ они будут играть, регистрироваться и играть в минус. Тогда рум их не будет трогать. Но после того, у одного из трех, когда этот рум пойдет в плюс, это можно посмотреть на примере Фангжи, у рума было доказательство его вины, э, то, что он использовал при флоп чарты намного-намного раньше. И рум его не банил на протяжении там, долгого времени. Он его забанил с конфискацией, как только он сделал какой-то профит. То же самое было и с Дудем. Он описывал свою историю довольно ярко, вы можете почитать ее. Он играл полтора года. Полтора года он играл на ГГ в минус. И через полтора года он вывел ГГ в ноль, а после этого он плюснул, у него скопилось на аккаунте около 200 тысяч долларов. И в этот самый момент ему припомнили ошибки полтора летней давности. То, что он создавался дополнительный аккаунт на другой витрине. И был забанен с конфискацией. То есть вы можете играть сейчас на руме и, скажем, делать там третий депозит. И думать, то, что все в порядке. И причем он общался с саппортом, говорил об этом кейсе, то, что у него был другой аккаунт, то, что теперь он на нем играет. И все нормально, все заебись. И вы так также можете играть и сейчас, например, играть в ноль или минусовать. И после этого, <laughs> после того, когда вы наконец-то что-то выиграете и поставите свой вывод, вы будете забанены. Соответственно, этим рум и ужасен. То есть, помимо того, его, как это сказать, составляющей обманной, и казиношные структуры вам еще просто не дадут выиграть и вывести эти деньги, которые вы выиграете. потому что вполне возможно, что вы уже вы уже забанены с конфискацией, просто у вас еще нечего за, забрать, и только поэтому вы не забанены, то есть вам разрешается делать до тех пор кро, делать все, кроме как выигрывать. Ну и теперь пойдем к самому названию стрима. Почему я назвал этот рум казино? Как я говорю в теме, я не буду отговаривать регуляров, хайстейкс, ну, 5к+, уходить с этого рома. Это действительно тот ром, где стоит играть. Несмотря на риски быть забаненным и несмотря на риски конфискации, я считаю то, что на 5к и выше нужно играть. И люди, которые будут после меня останутся, я не буду их говорить, что уходите, видите, меня забанили. Наоборот, им станет лучше. Пропаду я, появится больше места, увеличится ожидание. Играйте, выигрываете, вы знаете риски. Хотя игроки знают лучше, чем вы, лучше, чем игроки Мидстейкса, полную ситуацию, полную картину. И они знают, чем они рискуют, и я прекрасно знал то, что я рискую, и даже был готов на конфискацию. Все равно ожидание того стоит. Увы, так оно и есть, другой игры нету, и, соответственно, выбора нету. Но выбор есть у игроков, которые играют ниже. И именно конкретно об этом я и хотел, как сказать, в основном поговорить. Это игра на лимитах 1К и ниже. Если посмотреть э, составляющую рейковую нагрузку. Одну секунду. Сейчас я ее где-нибудь найду. Я ее подготавливал. Сейчас попробуем. Рейковая нагрузка будет примерно одинаковой. Но примерно только примерно. Мы воспользуемся этим сайтом. Я в точной подлинности не уверен. Но примерно, я думаю, оно будет похоже. Сейчас. На этом сайте можно примерно посмотреть, какой будет являться рейк. Так, сейчас у вас открылось. И вы выбираете формат. И смотрите, сколько рейка вы платите. NLH. И выбираем, например, лимит. Здесь был выбор лимита. Он теперь типа выше сделан. Здесь как-то более удобно было выбор лимита. Одну секунду. А, вот он. И, допустим, выбираем знаменитый nl 1 kg И смотрим в сравнении, какой рейк платят они. И какой платят другие, другие э, сайты. Если сравнить 1К или сравнить подобные там T6, то вы увидите то, что колоссальная разница разрыва между рейком GG и других сайтов. Я знаю то, что некоторые игроки. убей плашку. Спасибо. Спасибо. Скоро начнем, да. А, я знаю то, что многие игроки и так знают, например, как пользоваться этими сайтами или умеют в математику. На примере того же ковида мы можем увидеть то, что нужна не дополнительная двойная нагрузка на медицину, то есть там не двойная смертность, не двойное количество заболеваний, не двойная нагрузка на медицину, чтобы все пошло по пизде, чтобы сфера, которая работала до этого хорошо, и все были как-то более-менее счастливы. Все начинает уходить в полный мрак. Ковид не дал даже, даже близко, по там даже 20% нагрузку. Но поэтому уже приполнились морги, стадионов начали, начали сделаться. Изоляции и тому подобное. То же самое фактически является и с рейком. Это очень хрупкая структура, из-за чего очень сильно в свое время слились на старзы, когда они начали э, повышать рейк. А Майя, Килл Покер, вы это помните. Ситуация с ГГ, они не просто повысили этот рейк, они его повысили колоссально. Помимо этого, эти цифры не, не до конца честно а про, а, показывают разницу в рейке. Если мы сравним, например, ГГ и их э, рейкбейк, и рейкбейк какого-нибудь другого рома, то мы увидим, например, Пати <laughs> или, например, Чика, то что это совершенно разная э, совершенно разный уровень э, э, рейкбейка и конечная разница будет типа в уплаченном комиссии, которую вы заплатили, в три или около того раза, фактически дело полностью систему нерабочей. То есть, если, например, на Чика с таким рейком, который мы здесь видим, или на Пати, из 100 регуляров 50 будет плюсовых то на ГГ с его рейком и его рейкбейком из этих сотни будет всего лишь 5 плюсовых. То есть, эта система настолько мертвая и настолько гнилая. Мы ее разберем чуть-чуть поглубже. В чем заключается её первоначальная проблема? Первоначальная проблема э Мид стейка, наверное, это, или это да. Но 1К будет называться мид стейком. И ниже ГГ заключается в том, то, что они извратили само название покера. Это больше не покер, это казино. А, его причина является в том, то, что это как бы обманный маневр тем, то, что вы приходите, и вы видите, то что много людей играет. Вы думаете, о, заебись, здесь хорошая игра, все выигрывают, много игры. Но здесь сразу несколько понятий. Первое, нету прямой статистики. И очень долгое время, полтора года, нельзя было нормально посчитать их. Рейк. Аффилейты не особо охотно делились цифрами, чтобы показать, какой масштаб пиздеца вы платите и как мало вы получаете. Второе, это система рейкбейка. Если вы посмотрите на все сайты, то как они себя рекламируют наподобие патипокера, они говорят, что играйте у нас и получайте до 130% рейкбейка или до 80% рейкбейка и тому подобное. И что вы увидите? Это прямая аналогия, как бы на Poker Stars, на Full Tilt, и на потипоки, и на восьмерках на любом сайте. Чем больше вы катаете, тем более рум лояльнее настроен к вам. Соответственно, вы считаете так, то, что если вы пойдете и будете катать много, платить много рейка, вы будете получать много рейкбейка. И ГГ этим понятием рейкбейка пользуется в обратную сторону. Чем больше вы платите, тем меньше вы получаете в, в ответ. Фактически, если вы плюсовый регуляр, через неделю вы будете получать 8% рейкбейка. 8, блять, 8. Они обещают до 60. До 60 там будут получать условно только минусовые игроки. И в этом заключается прямой, как бы сказать, прямой и косвенный обман. Нету прямой учеты рейка за счет э, недоступной статистики и покеркрафт, который представляется исключительно в виде развлекательной цели. Э, скрытая система рейкбейка, которая идет обратная. То есть во всем мире, на всех сайтах, чем больше платите, тем больше получаете. На ГГ идет в обратную сторону. И таким образом вы похожи на осла, и перед вами морковка. Вы чувствуете то, что вот-вот вы начнете бить игру в плюс. Покеркрафт вам рисует то, что вы играете его в плюс. Вы думаете, ну чуть-чуть не бью рейк, но чем ближе вы к побитию этого рейка, тем хуже условия по рейкбейку становятся для вас. И Игры приходят из формата профессионального эджа, профессионального покера, в чистое казино. Если мы посмотрим на PokerStars, давайте вот мы будем, мы так жестко сейчас проходимся по ГГ, но у нас есть прямые сравнения, чтобы показать, с чем сравнивать. Это очень удобно. В свое время то же самое сделал PokerStars э, с играми, когда он ввел э, более укороченную версию спинов и называл ее флаж. Это стала полностью непобитая ди дисциплина. Это чистое казино с игроками, но это казино. В нем выигрывают только старзы. У ГГ это все, что касается 1К и ниже. В нем выигрывает только ГГ. И смысл того, то, что вы приходите, видите то, что играете, и вы это верите. Условно это можно сравнить, я не знаю, с обычной работой. Представьте то, что вы курьер, водитель. И вы устраиваетесь на работу курьера. Работаете один день. Крупная компания какой-нибудь Яндекса. Яндекс, вы видите то, что куча людей там работает, катает. Делают работу, вы думаете, они там зарабатывают Вы устраиваетесь туда, работаете один день Видите какие-то деньги Умножаете это на 365, как считается, профит И понимаете, то, что вам эта работа подходит Вы начинаете катать на ГГ Видите эти обещания про гербейк до 60% И так далее И чем больше вы катаете, тем дороже для вас Становится бензин, условно, как у доставщика Тем хуже для вас заказы И если вы, не дай бог, каким-то образом выйдете По истечению месяца в плюс Вас ёбнут за бомхант. Ну или как минимум дадут первое предупреждение, сказать то, что воу 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 -во, дружок, у нас так не принято. Соответственно, это, наверное, одна из основных причин, которые я хотел сказать еще один, еще один раз. Часть игроков об этом знает, часть игроков об этом не задумывалась. Я думаю, то, что теперь об этом задумается больше людей. Играя на ГГ, вы играете условно в казино. Фактически, как, как говорил э, Минтон, ГГ задушила, изнасиловала покер с удушением. Вот это примерно выглядит так. Вот эта мечта, то, что вы пойдете и будете зарабатывать покером, она здесь изнасилована. Она. Они превратили покер в казино. Это не касается лимитов 5к и выше. На 5К есть свои проблемы. И они есть и ниже. Это те причины, которые я описывал непосредственно уже в теме. Но мы еще их коснемся. То есть, которые касаются и лимитов ниже, и лимитов выше, непосредственно сам, сам профит. Так что. Это то, как я хотел и насрать, и то, что сделал. Это одна из основных вещей. Если вы, конечно, любитель и не собираетесь выигрывать в покер, то играйте там, где вам нравится. У меня никаких претензий к этому нету. То же самое, у меня, в принципе, нету претензий к хейстейкерам. Я понимаю то, что игры выше нету. Но для всех, кто играет один край и ниже, условия ужасные. Просто они, как правило, не знают, каким дерьмом они занимаются, и то, что это невозможно побить. И что даже если это не побьют, они будут забанены. Теперь вы это знаете. Uh, давайте я небольшой перерыв. Я вернусь буквально через одну минуту. Я так не поэкстримить, особенно с веб-камерой. Это прям реально сильно давит. Сейчас я умоюсь. Честно, ребята, как первый раз я ж прям раскраснелся. Очень непривычно с веб-камерой. Извиняйте. Так. Это мы коснулись вопроса касательно кэша. Еще важный момент, что мы будем немного разделять кэша и МТТ, потому что. Кэш я хорошо понимаю. Я хорошо понимаю, как эта вся система, когда является перегруженной и как становится в ней плохо. Вы можете это видеть вообще в целом по состоянию форумов и так далее. То, что стало намного тяжелее выигрывать покер, и в дисперсия начала намного сильнее шатать. То есть даже добавочный рейк условно в 20% на стерзах, он делает уже систему, то что меньше из 30 регуляров из 100 теперь будет плюсовать 15. На ГГ это вообще превращено в сюр. Пойдем дальше. Меня спрашивали по позициям, то, что я высказывал по поводу, когда был забанен стример. Э, ой, не стример, а стрим-снайпер. И был забанен первоначально сейчас конфискации. То, что является ли это моя позиция, является ли высказывание Рейка моей позиции. Меня не просили ни о чем таком говорить. Про стримера я вообще говорил, то, что э, я не собирался играть в покер. А позиция по рейку, да, это моя честная позиция. И здесь важный момент, то, что я много раз говорил, то что она не популярна, и я согласен с тем, то, что она многим не понравится. Но она в контексте идет в определенных условиях. И это важно. Если ее выдернуть из контекста, она превратится в то, во что она превратилась. Но смысл именно нанесся в том, то, что это повышение рейка на Хастейкс, она, она делает эту соеду возможной. Mm, одну секунду. Я тут немного запи записывал, чтобы не сбиваться с мысли. Сейчас я прочту. Mm. Я об этом уже говорил на теме, но повторюсь. И немного раскрою тему глубже. Вы все видели, наверное, игру на 100-200к. И помимо этого, если кто-то помнит, это получается уже когда было? Почти год получается назад. Когда была э, игра с дорогими турнирами по 25 тысяч. Приходил Фиш, и туда, наверное, начали эти турниры играть вообще абсолютно все. Это где Лимитлес э, проиграл 3 миллиона, или 2,5 миллиона. Была, были вот эти СНГшки по 25 тысяч. Э, этот кейс знали, я об этом узнал совсем-совсем недавно. Об этой ситуации знали очень многие регуляры, именно потому что они в ней оказались. Фиш был раньше высушенный, чем он остановился играть и недодача по деньгам с его стороны, если я правильно помню, потому что раньше можно было играть в кредит, составляла порядка 3,5 миллионов. Это те деньги, которые не были выплачены регуляром. И этот долг Рума перед регулярами висел уже два месяца. регуляры уже даже перепродавали свои долги перед Румом за определенный откат. То есть уже считалось то, что это, ну, типа, ГГ соскамится и не выплатит эти деньги за афиша. В итоге этот перед регулярами это через два месяца решили, насколько я понимаю, там заплатил и Рум, и Афилейты, которые привлекли этого игрока, ну и все, он был заплачен. Они решили то, что репутация для них все еще выше, чем 3-3,5 миллиона, которые они выплатили. В тот раз они решили не соскамиться. Но это тот пример, из-за чего, когда увидели 100-200к игру, регуляры обнулялись, и у них не было денег, чтобы положить и продолжить эту игру, когда приходил хороший фиш и играл 400 стола Crazy Драйдер в этой игре было много регуляров, которые просто заканчивали игру. У этих регуляров, я думаю, вы прекрасно понимаете, это не последние деньги, и у них они были. Был, были предложения насчет того, что неудобно туда депозитить и тому подобное, но думаю, вы понимаете. Регулярам было удобно играть в кредит и после этого рассчитываться по эдофилейтами, чтобы больше такая подобная ситуация не повторилась, чтобы не было возможности конфискации денег за бомбхант или еще по какой-то цели. Соответственно, где-то до половины этой игры, если я правильно помню, была возможность кредитов, и люди играли. Как только эти кредиты закончились для регуляров, и аффилейты перестали рисовать балансы, очень сильно просела эта игра. Думаю, вы понимаете, даже если самые верхние игроки, то, что вот это вот показывалось по этапчику и так далее, не доверяли Руму даже лишние деньги, даже под такую космическую для нынешнего онлайна игру, самую дорогую, которая возможна, и с очень высоким ожиданием. Они все равно решали то, что это невыгодно. Это к вопросу того, опять же, если вы хотите спросить с того, то, что я там говорю, или то, что я знал, поверьте мне, есть люди, которые знают гораздо больше, чем я, и также спокойно об этом молчат. Почти все регуляры верхних лимитов знают то же, что знаю я, и о чем я сейчас я говорю. Все прекрасно осведомлены. Пойдем дальше к кейсу ботов. Здесь мы, наверное, сделаем небольшое разграничение по тому, что мы сейчас говорили про кэш, в то, чем я хорошо разбираюсь, то, как Рейк жестоко убивает эту игру, превращая из, из игры скилла в казиношное. И пойдем уже непосредственно к МТТ. Этот переход зависит именно как раз таки дело в ботах. Боты были, они приходили, и я их видел. И я думаю, то, что еще есть люди, которые не поймые боты, но нарушают правила. Здесь важнее другая ситуация. Насколько понимаю, со еще оборы, боты не бьют в очень большой винрейд поляну. Они бьют ее в маленький. И боты как правило, идут сети. То есть они очень быстро набирают дистанцию, и они видят выход, выхлоп этого, этого заработка этой сети. Соответственно, на ГГ так... такой заработок, то, что боты не стали там играть. И это не говорит о том, то, что там такая охуенная СБ, которая появилась, потому что она побанила всех ботов, она там отличные алгоритмы и все остальное. Нет, им просто невыгодно и они оттуда бы ушли. Почему я считаю то, что СБ скажем так, не справляется со своей задачей или, возможно, ее вообще не существует. Мы рассмотрим кейс, который мы уже, опять же, были. Мне придется все делать немного вскользь. Я не буду сильно останавливаться, объяснять. Кто читал Джипси, тот знает об этих многих моментах. Этот момент с латышом. Привет, латыш, еще раз тебе. Звал меня в гости. Ладно. Мы на его примере, мы как раз таки рассмотрим ботов в мире МТТ. Это ужасно. Когда люди говорят, там типа спрашивают постоянно, когда умрет покер, и люди говорят, через два года я скажу то, что он умер в начале 2020-го, возможно, чуть-чуть раньше. И это показал латыш. Это бот не просто на кэш или на хедзап, то, что легко обсчитывается, и просто там две позиции фиксированных стеков. Не, это МТТ. МТТ-бот, мать его на 9 макс и играет просто карандаш, который вообще не понимает, что происходит на экране. Он просто жмет кнопки. И как человек дождя считает от 272 465 фишек ровные 40%, и вбивает их руками без калькулятора, играя 8 столов. Покер умер в 2020 году. АБИ500, да, все верно. Можете кинуть тему на ссылку, кто это не читал. Это ебаный пиздец. Почему это ебаный пиздец? Во-первых. Uh, мне позже в ПМ сообщили, опять же, <laughs> я могу просто говорить конечные факты, ваше право верить или нет. Я оставил эту тему, потому что там начался сильный негатив, я не увидел поддержки в свою сторону, я это оставил и не стал раскрывать дальше. Мне написали то, что точно знают про эту школу и для чего вообще он создавал эти стримы и тему на джипсе, чтобы снова набирать людей. И есть человек, который там был и который там катает, но его нельзя упоминать. И в то время, когда с ним была еще связь, два года назад, не было никакого бота, не было никаких алгоритмов, но там был тимплей. Тимплей в том плане, то, что вы играете с трех аккаунтов. Это как раз таки его хамачи, с которым он там сидел и говорил, то, что я играю в героев после работы, когда я бои 500 покатаю. Вот для этого мне, блять, хамачи. Нет, хамачи ему был нужен для того, чтобы управлять тремя разными машинами одной мышкой. Да, то есть это не просто чел, который сидит на боте. Это чел, который играет в три аккаунта на ГГ и с ботом. И при этом сама система его, естественно, не банит. Вот этого карандаша. И при всем при этом ему... Сама система, которая образовалась вокруг этого ГГ с афилейтами, которая рисует ему кредитный баланс и обнуляет после сессии, после того, когда поднялась вся эта шумиха, что произошло? Он играл на пати и играл на ГГ. Пати сказала, мы провели проверку, ничего не нашли. Я могу сесть, и типа, за 5 минут доказать, и я это, в принципе, сделал. Доказал то, что он играл на боте. 100% на боте. Но Пати провели проверку, их СБ сделала проверку и выпустила его, мать его. Это уровень СБ Пати. Уровень СБГГ, почему я считаю, что ее вообще нету. Когда это все поднялось, они решили это все замять. Но что они сделали? Они его забанили. Действительно забанили. И я знаю то, что у него почти был пустой аккаунт. И я знаю, что его забанили. И знаете, что мне ответили по поводу того, что... <с> За что он был забанен? У него до этого были мультиаккаунтинги, были другие поигрешения, но его не банили. Походу ждали, что он пока выиграет деньги, и у него скопится на аккаунте, чтобы потом забанить. И они не стали делать вообще какое-то расследование по его алгоритмам игры или другим аккаунтам, с которых он мультиаккаунтил. Нахуй. Они его просто забанили за то, что он, у него был мультиаккаунтинг, то да, его ники. Вот так работает из БГГ. То есть вы понимаете. Покер закончился в 2020 году. Соответственно, люди, которые откроют в браузере наподобие фанжи paйфлоп чарты, чтобы поиграть, вот с ними ГГ может совладать. А с реальной угрозой, реальной проблемой с мультиплеерами и с реальными ботами нет. Увы, я думаю, это проблема почти всех румов или всех. За исключением, наверное, стерзов. Но даже стерзы не святые. Можно вспомнить кейс с соборой. Когда 10 месяцев все знали, то, что это ебаная мразь на боте. Все писали. 10 месяцев его не банили, он изгадил всем ожидания. И только через 2,5 года мне прислали утешительный приз, в виде 13 тысяч долларов, и они как бы сказали, вот что стоили твои 10 месяцев игры. Так что, я думаю, это проблема всех ромов, но мы говорим сегодня конкретно о ГГ. Переходим дальше. Ну и что касается, естественно, аффилейтов и такой ситуации, вот этих вот кредитов, выводов и всего остального, то, что она порождает возможность такого, как он был и на пати выводил себе аккаунты под ноль, то же самое, что он делал на ГГ, то, что это порождает вот эту систему взаимного покровательства и так далее. Когда вы заключаете договор, у вас четко прописано не только отстаивать позицию ГГ публично, у вас есть конкретные пункты, вы не можете говорить об атах вообще, в смысле, типа, их не существует. Вам говорят, что что ты думаешь, что то, что Федора Круза, вот вы мне приходили на стрим и спрашивали, что ты думаешь, то, что забанили Федора Круза? Ничего, блядь, не думай, потому что мне даже нельзя думать об этом. Нельзя говорить о нечестной игре в руме. Нельзя говорить о ботах. Не говорить то, что они там есть, говорить вообще. Соответственно, не пытайтесь получить от ангажированных людей какие-то честные ответы или что-либо подобное. Думаю, вы поняли. Это такая ситуация, в которой мы находимся в сегодняшних реалиях, находятся другие. Я не прошу травить людей, которые стоя... играют сейчас на ГГ, представляют его или как-то с ним взаимосвязаны. Это важный момент. То, что я делаю, я содерживаю свое обещание. Я не собираюсь быть каким-то моралистом до конца жизни или бегать с палкой, тыкать их и говорить «Боже, ублюдки, вы убили покер». Нет. И все, что я делаю, выполняю свой долг перед самим собой и перед обещанием перед Павлом. Так что не стоит травить людей, которые зарабатывать себе этим на жизнь. Ну и, соответственно, я хочу еще раз высказать свою позицию, чтобы вы понимали и вообще историю, которая произошла со мной. Я вернулся в покер в начале этого года и начал играть. Начал с на NL500, даже с NL200, очень долго восстанавливался. Естественно, из-за того, что я, я, крымчанин, и вы знаете, кто не знает, у меня нельзя играть на старзах и нельзя играть на пати. Соответственно, выбор умов становится уже, и я начинаю играть на ГГ. Естественно, то, что там еще есть игра высокая. Я начал играть на 1К, я не смог побить Райк. Я об этом говорю на стримах. Я ушел и вернулся уже только, когда поднялся до 5К в основную форму и начал играть 5К+. Так что, да, так, у меня не было особого выбора. Можно уже начинать здесь, моралисты могут сказать. Ты играл на руме, где были конфискации? Мне, я действительно, когда приходил на ГГ, я спрашивал у моих знакомых, кто был забанен или кто просто играл на этом уме. И мне все говорили, не играйте, забанит и все остальное. То есть по факту уже на этом моменте самые ярые моралисты могут меня обвинить. Ну ты и мразь, пошел играть на ГГ. Я могу сказать, что у меня не было особого выбора. Это правда. Но, короче, вы понимаете. Уже на этом этапе можно делать моральные принципы. Второй момент ⁇ это предъявленные мне обвинения в бомханте. Как я говорю, они просто несостоятельные. Самого такого пункта не может быть, знаете. Его просто не существует. Ну, типа, этого не может быть. Вы не можете выйти на улицу, например, типа, вы вот гуляете в четыре человека с друзьями, и вы берете, поднимаете руки, там девушка проходила, и вы четырем проголосовали, а давайте ее изнасилуем. Да, большинство мышино, вы ее изнасилуем. Вы не можете этого делать. То же самое здесь, это не работает так. Вы не можете вести правила против бахантов кэша. Это несостоятельное правило. Осуждаем, да, осуждаем. Смысл примерно такой же с бомхантом. Это несуществующее правило. Его просто не может быть. Просто не может быть. Это первый момент. И второе, второй момент по этому правилу. Даже если оно написано каким-то образом, то я не та девушка, которую нужно было насиловать. Сначала нужно было изнасиловать 97 других. Так что поверьте, если пострадал я, может пострадать любой из вас. Ну и возвращаясь к тому, почему я согласился на стрима. Люди правильно написали в теме. И мы к ней уже скоро подойдем. Uh, то, что а если бы вам предложили просто сделать какой-то минус ЕВ, но это единственный рум, где вы выигрываете деньги, где есть игра ваших лимитов, вы бы не согласились. Здесь отдельный момент еще в том, то, что я стримил покеры до этого и стримил его за бесплатно. Вы думаете, я стымил только хороший рум? Типа только Покер Старс? Были и восьмерки, во-первых. А во-вторых, я стримил Старзы уже после того, когда Амайя килл Покер. Но насчет этого мне почему-то никто ничего не говорил. Мне было легко согласиться, потому что в целом, я был не против стримов, потому что мне как бы это нравится. Вопрос уже стал в дальнейшем сотрудничестве, то что они прямо начали очень сильно влиять на мои ожидания, заставляя постить бланды, когда их никто не постит, соблюдать правила, когда их никто не соблюдает, и я оказался в супер невыгодном положении. Поэтому вышло то, что вышло. На этом, я думаю, заканчиваем по той части, которой я ответил на те вопросы, которые были заготовлены. И мы пойдем уже непосредственно э к разбору те, к теме и к ответе на вопросы, которые были в теме. Сейчас, если какие-то вопросы быстро можете задать в чате, кому-то прям срочно, 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 можете этот. Я на них отвечу, пока не понесся на тему форума. Так. На поезд нет хостелей, я давно его не смотрел, если честно. Придется ставить старзы смотреть на 2 плюс 2 тему создавать не буду. Я, во-первых, это очень долго все это переводить на английский. Я написал, у нас есть анти-РТА конфа, а, где все хайстейкс реги, в особенности зарубежные. Я написал, что я был забанен, что я был забанен за бомхант, и то, что я был шантажирован два месяца стримить. Я это все указал. Так что регуляры всех моих лимитов, и они могут указать это там с теми, и об этом будет известно. Но именно как я говорил, то, что гоняться за этим румом до конца жизни, и говорит, то, что они враги всего, я не буду этого делать. Я заплачу моральный долг, и все. Ну, вы поняли. Скажи, что осуждаешь. Осуждаю изнасилование, боже. Это и так понятно. Это был глупый пример. Почему так получилось насчет ГГ? Я, в принципе, высказывался насчет этого на стримах. Ты же говоришь, что боты не разъебут поляну, набор рапортов все ожидания, да? Ну, в смысле, я не говорю то, что они выигрывают. Ну, смотри, если на ГГ сядут регулярно играть, они банкроллы у них закончатся через неделю. На ГГ никто не играет, в отличие от всех остальных румов, потому что там колоссальный рейк на хайстекс, просто колоссальный. Там банкроллы просто в щепки превращаются. В смысле, там рейковая нагрузка на хайстекс в 10 раз выше, чем на условных серзах. В 10. Это на 5К. Что ж, вроде ничего такого критичного не было, идем дальше тогда. Я включаю алерты, так что вы можете теперь рафлить, потому что мы уже дальше будем... We did it, Little Rock! Rock. Пидорас картавый продался за копье. Окей, пропустим, следующее. Следующего нету. Короче, теперь мы уже будем медленнее. Отвечать на вопросы, я просто боялся сбиться с определенной темы. Сбиться с определенной темой теперь уже не придется так сбиваться, поэтому мы уже можем отвлекаться на вопросы чата. Тебе деньги дали, да. Деньги дали вывести, бонс конфискации. Мне обещали то, что я свои деньги всегда смогу вывести, но, если честно. Мне обещали то, что и по поводу бомханта мне никаких вопросов никогда не будут. То, что это просто правила, которые придуманы для лохов. А типа, нормальных людей не трогают, так что. И поэтому я забанен, за бомхант. Так что мне обещали и да. Но одно обещание из двух они сдержали. Окей. Что значит пустить блайнды? Опять уходить после ББ. Об этом я говорил. Это ситуация, которая уже много раз обсуждалась. Я еще раз ее повторю. Это очень важный момент. Почему типа на ГГ такая ситуация? То, что вы должны... Человек, который будет продолжать игру после того, когда все уходит, он будет заканчивать на блайндах. из этого фактически слабо, слабо плюсовая игра, которую он катал до этого, становится минусовой. Это очень важный момент, потому что мы регуляры, мы играем ради денег. Ебать мы меркантильные сволочи. Да, мы играем чисто ради денег. И этот пост блайндов делает игру минусовой. Или же забирает очень-очень много ожидания. Мы к этому вернемся в дальнейших вопросах. Под наркотой. Этого не знаю. Этого не знаю, увы. Если связано, есть причины, почему каким реган дают предупреждение, каких-то банит на хайстейкс вроде как есть. Я считаю, то, что это бан именно плюсовых игроков и предупреждение именно плюсовым игрокам. Соотношение рейка, я думаю, здесь не особо имеет значения. Я думаю, то, что Павел и компания решили, то, что когда я выиграю эти 300 тысяч, то они, знаете, вот кто офис смотрел, как этот, как Майкл говорил, я вам плачу деньги, директор филиала, я вам плачу деньги. Я ваших детей отправляю в колледж. Вот они, наверное, примерно так на меня посмотрели. То, что они создали софт, сделали рекламу, то, что они лично появили этих фишей. И еще из-за меня выиграли эти деньги. Я только-только сидел и, знаете, выводил. И вот поэтому такое требование. Я не думаю, то, что имеет Правила соотношения, потому что, как я говорил, я очень много наиграл. Рук специально играл нулевые и даже минусовые составы, we чтобы we меня we не тронули. We right. Есть слухи, что МТТ он катают минус этого не в курсе. на Би-50+, что думаешь? Я не в курсе этих слухов. Не знаю. Не думаю, потому что, увы, по МТТ я, как я говорил, то, что далеко... Выходит то, что ты ставишь 2 ББ и 1 СБ. Да, еще когда то, что ты не держишь стол, ты начинаешь с ББ. То есть, типа, садится, сидит и я, который держит стол, садится фиш, они стартуют с хадзапа. Чтобы попасть в игру, вы садитесь там третьим, четвертым и начинаете с большого блайнда. Вы начали игру на большом блайнде, и вы ее, блядь, на нем закончили. Так что да, это в целом катастрофа. Я думаю, привет, то, что банят именно привет. в числовом значении. Привет. Привет, величайший. Можно и взять сайты статистики и пользоваться чартами на другом компе. Листочки. Например, на старзах. Это будет запрещено везде или практически везде с паном конфискации. Я в этом уверен. Вопрос в том, что тебя не засекут, и единственный шанс, что тебя забанят, это чисто сердечное признание, которое ты сделаешь, и все. А так, да. Ты можешь так нарушать, но на всех сайтах сейчас это бан с конфискацией будет. Разрешено иметь только самый базовый чарт. То есть, как ее Unopened называется он. Так что я думаю, именно дело в числовых значениях, но также, я думаю, еще будет все-таки какое-то соотношение. Мое соотношение было примерно. Об этом я, кстати, сразу спросили в анти-РТА конфе, потому что они думали то, что я много бомхантил. Поднял денег 300, и в итоге еще и выбывается. Ну, еще и привлекал подпортенки. Теперь сидит и плачет. Купи себе платочек на полтос. Утри сопли. Это, наверное, опять же, не очень правильное понимание, чем я говорил, то что. Люди думают, если ты выиграл три сотни тысяч на одном руме, то это еще это только на нем выиграл, на других ты не проиграл. Это не так. В это время как раз таки я проиграл три сотни тысяч на АКЕ и на восьмерках. И, соответственно, я закончил в ноль. Поэтому мне не повезло с тем румом, где я получил свой И в этой ситуации, которая я предупреждал регуляров об этой игре, когда они совмещают и рума, что вы играете, выигрываете на каком-то руме, на ГГ проигрываете, думаете, ну ничего, ГГ когда-нибудь вы, выдаст, ну типа дисперсия такое бывает, это и все правильно. Но когда на ГГ вас апнет, и вы начнете выигрывать, вас забанят как фанк с конфискацией, потому что на вас уже либо был компромат, либо просто вас ебнут, потому что понравился ваш баланс. Нет, я это выиграл на 5К+. Вопрос по поводу 300К. Uh, так что я думаю это будет и числовое значение И конкретно соотношение к рейку заплатил Это был первый вопрос когда, о чем меня спросили в антирта конфе Потому что люди думали то что я очень много бомхантил, Сыграл очень мало рук И у меня соотношение к уплаченному рейку uh, Выигранных денег намного больше чем уплаченных рейков Это не так Эти суммы почти разнозначны Так что либо у вас рейка должно быть еще больше заплачена Чем вы выиграли Либо вы понимаете Или стым, или бан да. Это не вопросы Uh... We did it, Rock. <свят> Нахуй этот покер, если <свят> есть <Auto> чаще <свят> Будет, будет когда-нибудь. Мы видите, мы собираем копилку. Uh, изначально быть сотрудничественным, в этом быть лояльным. Я не нарушал каких-то своих моральных и не нарушаю сейчас моральных своих данных как я говорил, то что я не смог побить эту игру, и я просто ушел с ГГ. Я не стал там их хуесосить, и не стал устраивать истерику. Я не побил Одинка, кал, мне хватило мозгов посчитать, и с калькулятором посчитать, то что она не бьется. Я не знаю, как играют другие. Может, у, них там типа бог какой-то за спиной, либо действительно есть много людей, которые играют больше винрайд, чем я. Это вполне возможно. Но я не смог побить 1К, не говоря уже о лимитах ниже, и поэтому пришел только с 5К. Поэтому да, я был лояльным в том плане, то, что я понимал то, что так устроен рум. Ты приходишь, смотришь на это, и ты соглашаешься на условия или нет. Ты либо можешь посчитать это, либо нет. Я посчитал, и поэтому как бы мне этот рум устраивал. Для хайстейкса я... Я двумя руками за, чтобы вы играли на хайстейксе. И об этом говорю, не уходите. Когда я уж ушел я, вам станет еще легче играть на хайстейксе. Но игрокам, которые играют 1К ниже, у вас есть намного лучшая альтернатива. Мой вам совет, не играйте. Поэтому, опять же, я не понимаю причины нелояльности. И обратная сторона, если по поводу стримов, как я и говорил, то, что я стримил Покер Старс бесплатно, играл на нем месяцами. И мне это нравилось, и в целом я, типа, искал способа. Я скажу даже больше. Я специально поднял историю до того, как я вообще сыграл первую раздачу на ГГ. Мне предлагали сотрудничество в 2019 году. До, до обсуждения суммы это не дошло, потому что я отказался. Я не собирался играть в покер и тем более сотрудничать э, с ГГ. В 2020 году, когда я вернулся в покер и уже играл около месяца или двух, если я правильно помню, точно не скажу. Это было 9 февраля, около месяца я играл. Месяц помню я играл. Я написал через своего Филейта э, связаться, я чтобы не с, не с ГГ и предложить им свое сотрудничество. С покерком понятно все. А теперь серьезные вопросы давай. Крым это Россия или Украина? Эм я я чисто филета связался и предложил сотрудничество, потому что мне хотелось стримить и мне хотелось играть в покер. А я хотел совместить два этих момента. Окей, виновен ли я в том, что хотел стримить этот рум, даже не сыграв на нем одной раздачи? Выполнили суть. Так что здесь опять же вопрос лояльности, я думаю, он исчерпан на том, то, что я... я высказал свою позицию. Она может вам не нравиться, мне, мне подходила эта игра, и мне хотелось стримить. Окей. Вам она не нравится. Мне она нравилась. Эта тема ничего нового относительно не приоткроет. Это CTF вполне вероятно. Ну, если для кого-то это стало новшеством, то что я делал вещи, которые мне нравятся. Я играл в покер, потому что мне нравится зарабатывать деньги, и нравится эта игра. Я стримил, потому что мне нравилось стримить и нравилось зарабатывать этим деньги. И нравилось это делать, нравилось внимание ебануться. Думаю, это не особый секрет. Тебе все-таки же выписали бан. За якобы Бамхан, да. Без конфискации. Можно уже да, по ты продолжал много выиграть или на накал в отношениях с менеджером? Накал. Это именно был накал, потому что я, во-первых, перестал выигрывать. Для меня стали очень плохие условия. Я выиграл такие деньги... Я выиграл такие деньги на ГГ не потому, что я такой сильный игрок или там на какие хорошие поля. Меня апнуло. Честно. На остальных румах меня уебало. На ГГ меня апнуло. Вот и все. И я знал то, что будет какой-то откат, то, что ожидание не такое. И он позже потом случился. Да, я просто потом проиграл деньги, когда я играл на ГГ. И совместно с этим у меня стали ультра плохие условия, потому что я меньше был сконцентрирован из-за стримов. Мне приходилось постить блайнда, я был постоянно под вниманием. И еще, наверное, одним из рубежей стало. Брат, у всех вопрос. Какой рум посоветуешь Давайте для это... игры NL1025 и что скажешь о покердоме? Это объемный вопрос. Я, наверное, посоветую румы, где больше рэкбейка, где меньше рэковая нагрузка. Хорошие есть гонки на АК okay, и на ВПН. Через Покер Кинг там хороший рэкбейк. А... Переходим дальше. Это был именно накал как раз таки опер с менеджерами то что мне не шли на какие-либо уступки, и при этом я начал проигрывать, ну, этот ром не такой золотой, что ты на нем бесконечно выиграешь, есть очень много моих знакомых регуляров и друзей, которые на нем не выигрывают ничего или почти ничего. Соответственно, у меня просто началась эта стадия, и в соответствии с тем, что на меня начали давить, и то, что я хотел взять отпуск, когда я заболел, мне сказали, на следующей неделе стримишь три раза. Это начало давить еще сильнее. После этого вставка Рушера впервые за два месяца она наверное знаете это было серпом по яйцам есть так наверное Нигаяно. не знаю как для вас но для меня это мой любимый покерный апостол это вот ангел от мира покера который для меня всегда был чудовищно харизматичный человек супер позитивный невероятный просто этот человек который знаете он заставил меня любить покер и был момент в карьере, когда все пошло, как бы он потерял вот это вот, это перестал быть небожителем для всех остальных, когда Нигаяну сказал Морейк из бета, лежал вот это на диване, и вот это вот по вебке, вот такого же качества, как у меня сейчас у ебанского с этого с ноутбука, он говорил рейк из бета. В этот момент он стал уебком для всего покерного комьюнити. То есть он только что был святым, и он стал уебком. Это та фраза, которая, знаете, это непозволительное зло, как типа насиловать детей, убивать детей, освенцы, это, это крайнее зло, лишение прав, это крайнее зло, которое можно сказать во всеуслышание. Поэтому свою концепцию насчет, да, осуждаем из Бета. это та фраза, которая, знаете, вы можете потерять любое доверие и так далее. Поэтому я свою позицию по поводу ГГ высказывал очень неохотно и подчеркивал, то, что это она не популярна. Я ее выскажу конкретно насчет хайстейкс ГГ. И это просто всего лишь мое мнение. Оно не ангажировано. Я считаю, то, что это способ, за счет которого сейчас есть эта игра на хайстейкс, и за счет чего так все здорово. И эту фразу, если вырвать из контекста, добавить мою вот эту тупую рожу, где я утираюсь там какими то деньгами, или там ставить какую-то ставку, это навсегда выставляет меня в том свете, и будет знакомить меня с новыми людьми, ну, то есть, а люди будут знакомиться с новой со мной, как с каким-то уёбком продажным. И это будет навсегда. Это невероятно большой удар по репутации, и любой человек, который связан с покером, он знает, насколько сильно, вообще нельзя эту фразу, вообще, не, во-первых, нельзя эту фразу произносить, во-вторых, не дай бог ее потом вот так вот выезжут, и вырвут из контекста и вставят. Все. Вы до конца жизни будете ходить с татуировкой на лбу уёбок. Продажный уёбок. И это сделал Рушер. И я находился в этой ужасной ситуации, я только после болезни. Меня напрягает, чтобы я стымил. Я проигрываю. У меня даунстык. баный хуй ему в уши! И этот ёбаный рушер вот это мне пишет, Все. Я сгорел. Вот именно тогда я. И была подведена последняя черта закончить. Что за фраза-то? Морейк из бета. Эээ в этот момент. Я Рушера, знаете, я его уже простил, послал его нахуй в личке именно за то, что он даже не извинился. Просто после всего он просто не написал «прости». То есть он либо дурак, либо он специально меня выставил таким. Ты этого не дано. Я его простил, пускай он меня простит за то, что я к ним назвал его мразью. Мне теперь ходить с этой татуировкой. Я произнес, произнес, знаете, как вот это вот, блядь, чье имя произносить нельзя, как в Гарри Поттере, Мурейк из Бета. Мне теперь быть ответственным за эти слова. Повторю еще раз, это моя позиция насчет хайстекс ГГ. И это именно потому, почему там сейчас так здорово играть. И с уходом меня, и чем больше новых регов, хайстекс uh, регов будет забанено, тем лучше будет для оставшихся, тем выше ожидания. То есть, условно, сейчас забанят там еще 10 регов с конфискациями, оставшиеся 90, их нельзя винить за то, что они остались. У них стало еще выше ожидания. Им кормить их семьи, им работать, потому что это их работа, которая... Вся жизнь это их работа. И нельзя их винить. И я их не виню. Поэтому... Думаю, вы поняли. И не осуждаем. Идем дальше. То есть стримы не бросай, если есть возможность. Вопрос возможности. Планы на будущее другие румы. Я поедохну, потому что, если честно, я морально немного выдохся от всей этой истории. И напряжение пускай у нас пойдёт, а потом я поишаю. У меня остались еще другие румы, есть варианты. Не надо делать травли. Я прошу Просил я об этом, когда указывал тему, не травить людей, которые как-то взаимосвязаны с ГГ. И рушера то и тоже не надо. Я уже высказался. Я уже сказал свое плохое слово. Уже сказал это дважды. И на этом закончим. Может быть, ладно, все, человек не знал. Я сделал хуево. Не стоит коллективно устраивать травлю людей за какие-то такие моменты. Они не виноваты. Идем дальше. Про планы я, наверное, расскажу, может быть, позже, а может быть, нет. Если честно, я полгода прожил, скажем так, вне социума со своей женой, и мне было весело, мне было здорово. Было здорово вернуться снова на стримы. Действительно потрясающее чувство. Это реально наркотик. Я понимаю, как это нравится сейчас в Гоги, быть во внимании, особенно для людей, которые это еще не испробовали. Кто только первый раз, и у него новые дозировки вызывают только все больше экстаз. Но я думаю, то, что мне нравится и жить в затворничестве вне социума. Так что я пока посижу, подпержу и подумаю о будущем. Чья лицензия ГГ? Как я говорил, я не буду дальше распространяться. Мне говорили, мне в ПМ еще написали и многие мои знакомые еще с дополнительной инфой, которую можно выливать, и выливать, и делать людям хуже. По поводу директора ГГ, его предыдущих проектов, я всем этим заниматься не буду. Единоразово насру, как я обещал, и на этом мы закончим. Я не буду за ними гоняться. И, вы поняли, я не буду типа, вот как есть тема по поводу ботфарма, я не буду создавать такую тему по поводу ГГ и становиться вечным врагом. Я выполняю свое обещание ни больше, ни меньше. Будешь ли теперь типа, играть где? Это, сп... Ну, типа играть буду, естественно. У меня остались там, восьмерки, АКР, Стерзы можно восстановить, Добро пока временно в Таиланде. На Добро пожаловать, спасибо за спасибо поддержку. За подписку. Uh, кто потом будет играть с фишом, через два года всех рейхангов поебанет? Вот здесь как раз таки важный момент, то что Руму в принципе без разницы. Руму, чем слабее рейки останутся, тем лучше. Рейк будет дольше поитираться, Фиши будут медленно заливаться, и это будет все поитирать в Рейк. Это... Вернемся опять же к тем самым присылам 5к столам. Если вы увидите сильные регуляры наподобие меня, Инлайта и тому подобных, Кати и даже Стефан, они перестали играть шеллоу столы 5к. Шеллоу это обычные маленькие это где закупка 20 бб? Даже неплохого фиша на 20 бб столе играется в минус. Невероятно. Садится фиш на 20 бб стол 5к, и вы не можете побить. И я смотрю, как играет реги слабее меня, с удовольствием этот стол. Если я сяду, я буду играть в минус. Я не знаю, почему они его играют. А я думаю, они сами не знают. Но Руму это подходит. Весь стол, блять, играет в минус. Это мечта ебаного Рума. Просто казино нахуй. Вы приносите деньги за стол, все оттуда остаются без денег. Пока люди продолжают это играть, оно будет. И вот вопрос, ответ, кто будет играть с этими фишами. Фиши, которые 16 ББ лузрейтом, они не покрывают 30 ББ рейка на 5 кассы на столе. В 20 ББ фактически невозможно по получить нормальное преимущество. Это катастрофа. Это как раз таки тот вопрос, то, что не только рейк и рейкбэк значен, важность имеет жирнота фишей, насколько сильно они проигрывают и креационные игроки, и та докупка, да, которая стоит на ГГ, и фиши ужасные, эти китайские фиши, которые льют 16 ББ, и они даже не могут этот разрыв сделать даже в тильте, потому что это 20 ББ со столы. Да, то есть более сильные регуляры не играют в столы, а более слабые их играют. Это катастрофа, это просто катастрофа. Невероятно, но это происходит в 2020 году. Знаете, вот как вечно шутится вот этим словом нехорошим, которое вот запрещено сейчас на Твиче, на твиче стрелка вниз, называть покерных регуляров, потому что они настолько нори кью, то что они не понимают, то, что они играют минусовые. Абсолютно верно. Это про ГГ 5 кошел. Вы можете открыть, знаете, и посмотреть вот типа людей, у которых 80 IQ. Я сильнее каждого за столом, но я не сажусь за этот стол. <laughs> и no, no. Также регулярно старались играть. Давай уничтожим репу этого ебаного покерка вместе. Да. Этим и занимаемся. Я старался играть либо 5к-дипы. Опять же, дип это громкое название для 50 на 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 закупки. Это очень громкое название. Это шеллоу называется на старзах. Uh... <laughs> я старался играть от 10к. И когда я стримил, я думаю, вы видели, то, что я старался играть максимальный лимит. Не потому, что я лудик, давай поиграем повыше. Потому что только это можно было побить. Когда я открывал для вас 5К столы, они не бились. 80% времени 5К столов, которые я играл, их невозможно было побить. Я не мог их побить в плюс. Я играл их в минус. А с уходом, даже с уходом, если бы я ушел раньше всех. Уходя позже всех, я играл все это в минус. Да. То есть мои стримы, знаете, мне мало того, что за это не платили. Я еще играл в столы в минус. Боже, это просто мечта, серьезно. Когда-нибудь я создам рум, и вы будете на нем играть, стримите, играть в минус. Менеджеры покерка гений, вот серьезно. Кто создал концепцию, вот эти китайцы, их первоначальные управленцы, вот эта первоначальная core команда это просто ебаные гении на полном серьезе. Умнее людей я в жизни не видел. Они молодцы. Знаешь ли, кому-то приходили баны предупреждения синхрона со мной? Да, знаю. Очень много регуляров. Я не буду травмировать кому-то жизнь. Я скажу о регуляре, о кому отозвали эту жалобу. Единственный регуляр, с кого отозвали жалобу. Стефан. Это единственный человек в мире, который может играть и постить эти блайнды ебаные. Потому что он играет, ну, просто с колоссальным винрайтом. Это единственный человек, который может начать с большого блайнда и закончить с большого блайнда. Но начать не совсем честно. Он держит столы, поэтому он как бы начинает с бесплатной позиции. Но поэтому да, Стефан может себе позволить постить везде блайнды, и у него все будет здорово. И именно потому что он топ-3 мира, и играет с самым высоким винрайтом эти столы. Это единственный человек, который, несмотря на такие условия, которые были у меня, он бы все равно играл в плюс. И несмотря на это, то что он просто никогда не уходит в сетаут, у него нету кнопки ситаута, она запаяна. Какой Стефан? Стефан Буяков, он подаял наймам, играет. Несмотря на то, что у него нет кнопки ситаута, он никогда не уходил в сетаут. Ему пришел репорт за бомхант. Так что, алгоритм репортов за бомхант, вы понимаете. Его не существует, человек выиграл деньги, менеджер берет, запускает спорт лото, так колесо ебаное крутится, 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 хуяет на ник, это первый, и так четыре раза, потом отправляются эти четыре никнейма, и идет первое предупреждение, потом второе, потом пошел нахуй, все, вот оно как работает, идем дальше. Если в чате я подмигивал. Я подмигивал, братан. Я это запомнил. Я еще тогда затих, я помню этот момент. Отчасти просто, знаешь, я не буду врать, потому что, во-первых, когда я сейчас настолько ангажирован в обратную сторону насчет ГГ, то что я как бы должен его ненавидеть, каждые мои слова будут проходить фильтр. Они преувеличил ли я, а не приукрасил ли я. И если я где-то преувеличу или приукрашу, все, что я сейчас говорю, потеряет ценность. Потому что, может быть, я наврал в остальном. Потому что очень много тяжело проверить. И приходится верить на слово. И поэтому все, что я сейчас говорю, это даже не преувеличение. Это просто правда. И правда является в том, что мне нравится стыми, так что я не был каким-то заложником. Мне это нравилось. Серьезно, мне это нравилось. Но количество обстоятельств меня задавило. Он подмигнул. Я, может, и подмигнул, но вебки не было. Не понимаю твоих действий и решений в этой ситуации. Ты пошел на тест сделку не получить бан с конфискацией. Просто бан. Мне обещали, что конфискации не будет, даже если я откажусь. Когда ты начал в августе сентябре Да, где-то в этом районе. Почему не вывести? Потому что у меня это был рум, который составлял и составляет сейчас, но ну, уже составлял, 60-65% моего ожидания, которое я выигрываю. То есть подойдите, найдите друга айтишника и скажите, не работай на зарубежную компанию, откажись от ожидания, работай на, теку... на свою. Потеряй 65% ожидания. Я тоже так мог поступить, и он может. Какого черта он работает за границу? Ебаный предатель! Или пойдите вот представьте, у вас есть знакомый строитель, и он внезапно строит м коттедж какому-то депутату. Скажите ему, не строй, ты же знаешь, депутат ворованные деньги он вас нахуй пошлет. То же самое я, в принципе, сделал, потому что это моя работа. Я могу то, что сказал плохого сейчас о ГГ, я могу сказать реально о почти любом руме. И это будет тоже правдой. Я знаю очень много плохого про восьмерки, VPN, Старзы, Чика, Бадоги там. И по во всей, всей любой рум, который вы не назовете, у него много плохих сторон и много плохих ситуаций. Нету белого-черного. Может быть, в детстве, когда ты не работал, и ты мог стоять на чисто белом и на чисто черном, но в этой среде ты в любой работе ты не можешь стоять на чисто белом, чисто черном. Это несостоятельная позиция. <клёх> Идем дальше. Вина, кстати, лежит по... Э зачем было тогда так долго и кламить, поликать в эту помойку людей, себе, вот, вписывая, если из такие хуевые условия? Но это условия начали ухудшаться дальше. Тяжело отказаться от 65% годового ожидания только из-за того, что вас, ну, типа, сказали, за 7 минут провинился, как школьник отчитывает и говорят, будет на час больше в следующий раз. Тяжело из-за такого, типа, я почти отказался, но потом ты понимаешь, какие это деньги для твоей семьи. И ты не можешь из этого отказаться. Ты становишься заложником этих ситуаций. И каждый раз это дополнительный, знаете, типа, сантиметр хуя в задницу, и вы каждый раз говорите, ну, типа, стерплю, 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 ну, короче, вы поняли, глубина достигнута. В какой-то момент уже надоело все это терпеть. То же самое, в принципе, со многими другими. Вина, кстати, лежит полностью на легатах, которые закрутили га гайки гемблингу так сильно, что никто адекватно не хочет иметь с покером никаких дел, и теперь приходится иметь дело с мафией в виде ГГ, которая работает над своим неписанными понятиями, по работает по своим неписанным понятиям. Я думаю, Тайлер в этой теме посмотрел глубже всех. Я думаю, он с этим столкнулся сейчас по поводу Беларуси. Там происходит, я думаю, все прекрасно понимают, что там происходит. Там происходят ужасные вещи, нарушаются самые первоначальные права человека. Там нету серой стороны. Там конкретно черная, конкретно белая. Там просто идет нарушение. Но когда ты начинаешь задаваться вопросом, виноваты ли силовики то, что они поступают так, то они становятся заложниками своих обстоятельств и так далее. И Тайлер, я думаю, он из-за того, что и умный человек, из-за того, что он на разных примерах сейчас почувствовал моральные составляющие, он глубже всех посмотрел на это составляющее. Я согласен с этим. Румам закрутили гайки так, и денег в экономике стало настолько меньше, что вести дела как раньше просто невозможно. Это можно сравнить с политикой. В политике останутся те люди, не те, кто сделал как можно больше для народа, или лучше всего управляется, выполняет свои задачи. В политике останутся те люди, кто лучше всего прорывается к политической власти. То же самое ГГ. Самым крупным румом станет не тот, кто лучше всего относится либо к регулярам, либо к рекреационным игрокам. Нет. Этот рум, который лучше всего умеет стоять в серой зоне. Одновременно пускать и израильтян, и китайцев, и американцев. И при этом и пускать регуляров и банить с конфискацией. И при этом работать и в чистую, и в грязную максимально. Это рум, который может выживать. И именно такой станет самым крупным. Увы, мы будем жить в этой серой зоне всегда. Из нее не будет выхода. Мне бы тоже хотелось жить в очень простых понятиях, черном и белом, но такого не будет. Так что... Я и согласен, и понимаю, что вина лежит на многих, и... Знаете, это как бросок камней. Вы бросаете их на пол, они рассыпаются. Сколько раз вы не перебрасываете, они рассыпятся именно так же. Или, ну, вы понимаете суть. Так что иначе быть не могло. Так устроен мир. Когда ты в комментах писал в стиле Мурайк из бета. Во-первых, я в теме про ГГ не писал такого. Привлекать фишей сети для этого вообще создается. Это была личная инициатива, просили меня, об таком не просили. Меня вообще ни о чем не просили говорить. Меня просили только не упомянуть. Ну, типа, мой контракт подразумевал не говорить о чем -то. Не говорите о ботах, не говорите о нечестной игре и так далее. Здорово. Инвек, спасибо. Мы с тобой. Спасибо, спасибо. Здорово. Uh, личная инициатива, действительно, вынуждены так написать, Ну, я уже потом сказал, я не был вынужден что-то писать, я просто так считаю, ну короче, я уже очень много сильно высказался по поводу этой фразы, это касалось хайстекс гг <пых> и... идем дальше сначала восьмерки, ну да, у многих проблем рома, и уже многие с этим встречались и то, что вып 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 выписывают там Вписываю плюсовыми гагам под разные. Я знаю очень много людей, которые забанены. Не очень много, но я знаю забаненных людей, которые были забанены с конфисациями на восьмерках, а которые невиновны, или на других ромах, или просто были забанены. Тенденции такие. Я мы. Блять. по каких мало где получающие. Сейчас вот людей, конечно, проявляют ко мне эмпатию, но в целом люди, да, им тяжело понять мою позицию, потому что они не находятся на моей ситуации. Я не виню вас, то, что вы не понимаете. Ну, до конца. И, в принципе, Это как раз таки указание почему-то, что не отказался от левой рукой. Ну, играть левой рукой и не отказался стымя. Потому что приходится отказаться от колоссального ожидания, всего лишь из-за дополнительных минусов. Мы и так идем на очень много компромисса, когда играем много румов. Мы уже просто не игроки в покер. Мы ебаные менеджеры столов. Мы занимаемся менеджментом столов. Мы не получаем никакого удовольствия от покера. У нас лагают компы, потому что куча программного софта запущенного, столы, блядь, кайтуют, нахуй, ты это все по запускаешь. Ты выбираешь игру там, где она есть, и стараешься запить ее как можно больше, а не смотришь на все эти аспекты. Хорошо. Тут, в принципе, нету вопроса. Кто такой Павлуша? Хуй ему выше. Это связующий как был главный, главный менеджер по стримам, связующий между мной и, соответственно, руководством. Ждем антигг, дождались. Добро пожаловать на Добро стримы, пожаловать, <свят> Спасибо за подписку. Курлык. Тебе не жалко, Курлык. Спасибо, рад тебя видеть. Держи, Курлыка. А это вопрос морали о том, насколько человек готов пойти в казино за очень большие деньги. Я думаю, этот это вопрос, который каждый человек задает себе сам, знаешь. Ты можешь такой вопрос задать любому футболисту. То есть ты просто задаешь ему просто в курсе то, что ты представитель рекламы пива. Или, например, типа, большинство, вот, например, в России реклама Кагацела. Хотя, типа, для всех понимающих людей, типа, это просто не лекарство. На полном серьезе это не лекарство. Это бат. И, типа, противовирусные существуют только в России. И очень многие рекламируют. Это что больше вы это рекламировать то, что предоставляется как будто лекарство, но не является лекарством, или рекламировать казино. Каждый человек решает сам и понимаете, типа то вы это, то вы это. Типа люди, вы как бы делаете определенные выборы. Вы сами понимаете это решение. И то, что фактически нету ни одного спонсора, знаете, типа людям нужны спонсоры именно как раз таки для рекламы такого. То есть другое обычно спонсорство, не требует. То же самое амбассадорство. Амбассадорство само по себе подразумевает то, что медийный человек делится своей репутацией и выступает доверенным лицом перед каким-то проектом. Не в обратную сторону. Конкретно человек делится своей репутацией. Здорово, Минтон. Да. То есть амбассадор всегда предоставляет свою репутацию. Это само, само, само собой разумеется. То есть не ждите от ангажированных людей какого-то независимого независимого решения, понимаете? Так что... И... Это вопрос морали, он у каждого будет своим. Так что... Я думаю то, что... Я думаю то, что фактически весь сегодняшний спорт профессиональный, киберспорт, обычный спорт, музыку, которую вы слушаете, фильмы, которые снимаются, где курящие и так далее, это все лоббируется, предоставляется, то есть позиция того, что нельзя принимать деньги от плохих дядек, она очень-очень-очень-очень несостоятельна. Она рассыпется в труху буквально за секунду. Вот в чем является правда. А насколько глубоко вы согласны продаться, это вопрос конкретно каждого человека. Но сказать нет вы не сможете. Чем бы вы ни занимались, сказать нет вы не сможете. Я проводил пример со строителем, это так. Считаешь ли давайте я буду читать вопрос, и потом уже. Это полнейший пиздец, эти китайские помойки изначально вспоминаются такие, какие они есть. Только ГГ позиционирует себя на рынке как более-менее честно и официально. Все так будут себя позиционировать. Сейчас будет попытка свалить на отдельных лиц, но у меня даже нет слов. Я не думаю, что они будут на кого-то свалить. Я думаю, тот ответ, который они дали, это конец. И больше они не будут делать публичным. Это правильный поступок со стороны рациональной борьбы. Во-первых, я не буду больше накидывать. Во-вторых, а, гораздо лучше промолчать, и она действительно сойдет на нет. Нет смысла бороться. Очень... На дистанции себя очень правильно показала такая позиция. Просто замалчивать. Ничего не отвечать. Ничего. Это пройдет через неделю, так оно и будет. Это все окей. Я сделал то, что должен был, и все закончилось. Считаешь ли ты после этого, что рум своей политикой добивает онлайн-покер? Да. Я считаю то, что это как раз таки, как, как вот выражался Минтон, мне очень понравилась эта фраза, это изнасилование с удушением. Они используют слово «покер» для казино игры. Они говорят то, что это работа для вас регулярная, вы верите в это, но это морковка, которую вы бежите. И чем быстрее вы бежите, чем дальше морковка, тем меньше регбейк, тем хуже условия. И если вы, не дай бог, ее догоните, и вот своими вот этими вот ослиной вот этой мордочкой ее зацепите, вам такая пиздюлина в хаю прилетит, и вот заберут эту морковь в конфискации и скажут, уебак, ты открывал там какой-то симпопай и флоп, чартики смотрел, или там, я не знаю, там еще что с тобой произошло. Или вдруг там ЛСД закинулся, и это тоже нарушение правил, ху его знает. Бамханта, короче, вы суть поняли. Или ты заегался в турнир, где было Оверлей, ах ты, ебаная мразь за оверлеем побежал. И вас за это хлопнут, короче, суть вы понимаете. Да, это как раз-таки добивание онлайн-покер со стороны регуляров. Они называют покером то, что не является покером. Они. Уничтожает покерную мечту. Они ее уничтожают. Это факт. Если, но ну, я как и говорил, если вы играете high stakes или вы играете ради удовольствия, играйте, получайте удовольствие. Вы вправе выбирать, ну, никаких вопросов. Если да, считаешь ли некоторых лиц, конечно, и всех, кто сотрудничает с ними, после того, как то узнали и не знают о своей истории с заложниками или лицемерами. Это потом адекватная и на комьюнити на это. Мне часть реакции не сильно понравилась, мы ее увидим потом в дальнейшем. Но я не осуждаю никого, кто сотрудничает с ГГ. Я понимаю, какой покер сложная ситуация у людей семьи, у людей разные обстоятельства. И я никого не виню и никого не прошу становиться на мою сторону. И я стараюсь никому не нанести вред. Это очень сложно. Мне я, не, я нахожусь в такое положение, то, что я не могу говорить, кому я не хочу не вред. Но этих людей очень много, и поэтому я нахожусь просто в такой ситуации, то, что я просто развернуться не могу. Потому что как только я открываю свой рот, я начинаю наносить вред. И я очень боюсь его нанести. Но очень много людей и очень много моих знакомых друзей может от этого пострадать. И я не буду этого делать. И я их не виню. Пускай все остается так, как есть. Все, что я сделаю, я дам информацию регулярам, которые играют, и в целом заберу ту репутацию, которую я давал Рому. Но я не собираюсь винить кого-то или и прошу не травить никого, кто представляет ГГ или как-то с ним связан. Это моя важная позиция, я ее уже упоминаю эти раз. Это действительно важно. Эти люди не являются ни мошенниками, ни лжецами, ни лицемерами. Возможно, заложниками своих ситуаций. Возможно, они уже являются поверившими в то, что они делают. Это не настолько важно, но я не считаю, что стоит их винить. Идем дальше. Лично я тебе и не буду иметь дело с этой помойкой. Я чего-то добился. Смотреть стримы тех, кто играет на ГГ. Твое право, есть хорошие стримеры. Это интересно, так что и к этому я не призываю. Призываю всех к сопротивлению, если этот рум станет топ-1 после всего. Он уже топ-1 и таким будет являться. То вы сами выбрали свою судьбу обстоятельства. Можете смотреть на себя полтан зеркала, как говно. Да, можно ставить вопрос так, можно ставить вопрос иначе. Можно ставить вопрос, как тут Тайлер говорит об этом. То, что виноваты, во всем виноваты проклятые регуляторы. Можно смотреть на раз, по-разному. Конечно, такая позиция намного более красивая, но она тоже не до конца состоятельная. Говорит то, что мы сами выбрали свою вину, мы выбрали свою судьбу и так далее. Вы понимаете решение за себя, вы делаете то, что должны и сталкиваетесь с последствиями, которые, которые вы выбрали. Идем дальше. Кстати, мне кажется, самое лучшее время открыть свой покер. Я так не думаю. Я думаю, то, что ГГ, несмотря на ту ситуацию, в которой он находится, крупный румы и все, всем остальном, они не на миллионах долларов. У них дофига денег. Реально дофига. Они могут купить стримеров, они могут купить и расположение и так далее. Они зарабатывают хорошие деньги и так далее. Они могут еще кучу людей поконфисковать деньги. Это все здорово. А, осуж осуждаю. А, вот. У них достаточно денег, но при всем при этом я не считаю что они просто купаются у них. Это, соответственно, к вопросу о том, и это вопросу о том, то что рум открывать не стоит. Потому что это очень тяжелое, убыточное даже будущее, в бу то, что рум с такими правилами, с такими ситуациями, со всем остальным, единственный, который там топ-1 и осталась игра, и все остальное, он ну, не то, что еле выживает, но это единственная рабочая система, так что нет. И это утопия. Утопия, мой друг, как видишь, ГГ просто, как и другие румы, просто отказались от СБ, ее фактически не существует. Они подняли лапки, сказали, мы сдаемся, ебите нас, потому что нет смысла бороться, это слишком дорого. Вот и нифиг это по помойку рекламировать. Сам занимается рейк на пейфлопе. Да. Еще то, что рейк не пишется в банках, это все как раз таки скрытые вот эти моменты. Скрытый рейк, неправильное указание рейка в покеркрафте, не несение ответственности. PVI, который вшит систему, говорится рейк, но не указывается этот PVI, его видят только твои аффилейты. Все это как раз таки сокрытие, которое говорит, что идет подмена понятий покера на казино. Я там откатал, да. Это то понятие, с которым будут сталкиваться. Я это слышал и на своих стримах, когда мне люди в этом обвиняли, то, что это очень нечестно, и парень отдельно создавал свою тему. Я тоже считаю, то, что это очень грязный способ. Реально очень грязный. Но они будут им пользоваться, потому что это единственный рабочий метод. ГГПМ использует все ужасные методы, которые есть сегодняшнего маркетинга, чтобы оставаться на плаву, чтобы делать свою задачу. Это факт. И это работает. И именно поэтому они номер один Роум сейчас. По ХСГ по онлайну, стерзы и по качеству стерзы их все еще приезжают. Но ГГ их обгонит. И это факт. И особенно что касается самых верхних лимитов. Я уже молчу про то, что мировая сея была проведена на ГГ. А сейчас она будет проведена второй раз. И. Это изнасилование покер. Это да. И. Вам это может не нравиться, это может не нравиться мне, но это работает, понимаете? Это все ужасно. Идем дальше. Как найдешь инвесторов? Да. На главный будет? Нет. Э, поймите то, что все покерные, э, все покерные СМИ, сайты, форума и так далее, они все являются филейтами всех основных румов. Это касается не только ГГ, абсолютно всех румов. Ни один сайт не будет отстаивать круп, э, атаку на крупные покерумы. Ни один. И это не будет на главный. Это может быть в какой-то мелочи, какой-то мелочный сад, как это было с Америка Кардрумсом. Если я правильно помню, то это было на С ГГ этого не будет. Может какой-то желтый на это сделать, но в целом этого не будет. И не ждите этого. Это... Так что как-то так. Это не лицемерие. Это просто по-другому и не могут сейчас работать ваши любимые фурма, ваши люби любимые новостные сайты. Просто поймите. Поймите судьбу. Повзрослейте. Почему Рум, который так наберет, ведет такую грязную игру? Именно так он и набирает обороты, потому что у него куча денег на маркетинг. Разве более свободных и стыльных алимитов не принесут больше новых игроков? Отчасти. Рум не ставит себе позиционировать себя как профессионалы. Профессионалы пойдут всегда сами. Когда будет фишная поляна, все профессионалы пойдут. Поверьте, -про на гг поиграли все профессионалы, а некоторые из нескольких аккаунтов успели поиграть на хайстейксе и на других ставках. Все профессионалы знают, все, что им нужны, это любители, а не профессионалы. Поэтому когда я им предлагал, я специально посмотрел 9 февраля, я предложил связаться, 11 мне дали ответ. Мы знаем, какой то замечательный стримил, человек, какой-то известный в комьюнити, но нам не нужны профессионалы даже почти даром каким я и предлагался, чтобы стримить и представлять, быть представителем их рума. Это политика, и она очень правильная. Про это я говорю, то, что в ГГ вот эти китайцы и вот эта вот эта кор команда, они просто ебаные гении, серьезно, без шуток, просто ебаные гении. Они просто разнесли здесь всех своим уровнем подхода такого уровня менеджмента и так далее, вот это то, что они сделали, такую грязную игру, они свернули горы, они сделали в упадке покер, они сделали невозможное, просто невозможное. Так что да, именно так они этого и добились. Будет запись, да, все будет. Если выложат на YouTube, я буду только рад. Я этим заниматься не буду. Стрим когда сейчас, раз тебе больше ничего не связано с ГД, обсуждение этой темы за стрим снайп. Для меня я уже говорю, повторю еще раз. Тема простых стри снайп была. Стримился на ГГ турнир, где был 13-минутный таймбанк. Стримил игрок, официальный стример. И у него была задержка около 3-4 минут. Важной, важной раздачи на финалке, которая решала судьбу финалки, его за стрим снайпер русский чел. И написал, типа, ахаха, мразь, и написал его руку и выкинул. И выкинул достойную руку, с которой он должен был вылетать с этого турнира. После этого стример написал в поддержку, и со стрим-снайпершего человека забанили с конфискацией средств, полностью заблокировали. И я остался на сторону Рума и на сторону стримера. То, что он получил нечестное преимущество, и как мы позже узнали, это есть абсолютно это в правилах, нечестное преимущество. И моя позиция была то, что все правильно. В лучшем случае, в самом лучшем случае, можно один раз сделать исключение, но я бы его не делал. Здесь очень важно для меня, кажется, высказать со стороны Рома свою твердую позицию. То, что любое читерство, программное, непрограммное, оно очень сильно наказуемо. Если вы каким-то образом смогли это получить, то... Эти деньги, которые он выиграл, их нужно конфисковать этим нечестным способом. И да, это моя позиция. Я понимаю, то, что я стример, и я иногда, вот как сейчас, я был представителем Рума какого-то, мне ближе позиция пострадавшего стримера, а вам ближе позиция зрителя. Вот. Я не думаю, что даже после опять-то, что я повторю эту фразу 10 тысяч раз, кто-то станет больше людей на мою сторону. Это мое мнение. Я встану снова, даже если это будет на ГГ. Я сделаю это снова, стану на сторону Рома, стану на сто сторону стримера, если это снова произойдет. И я выскажусь так же. Тогда почему ты -то оправдываешь фанжи, двойные стандарты? Это не стрим снайп. Я не оправдываю его банской фискации, но здесь очень сложная ситуация. У него именно, если честно, в моем понимании очень пограничная ситуация. Она... Ее могут знать только внутри рума. Как давно были его нарушения и как долго они были. Если честно, то, что он согласился, то, что он так нарушал, то есть это доказанное нарушение, я бы конфисковал его средства. Но здесь важный момент. Это нужно было делать тогда, когда он нанес этот урон. То есть как только Руму стало известно о нарушении, он не должен был ждать того, что он выиграет средства этим нарушением. Он должен был заблокирован быть в этот самый момент. И ему либо должно было быть выдано последнее предупреждение, бантом на месте предупреждения, либо же сразу бан с конфискацией. Но не было такого момента, что мы знали, то, что We ты it, как сделал Рум это. Я просто доначу на Окей, okay, спасибо. Спасибо, Time у а, То есть, как и поступил Рум, Рум тоже поступил неправильно. Доказать то, что Рум узнал именно в, конкретно в тот момент, невозможно. Или то, что он узнал об этом не в тот момент. Но если смотреть на аналогию, как поступал в этом Рум в похожих кейсах, он постоянно ждет, пока будет много денег на счету у нарушившего правила игрока, и после этого банить. Это не совпадение. Это постоянно то, что они делают. Это ужасная система, о которой я говорил, за чего регуляры будут очень сильно страдать. То, что вы играете три Рума, на одном выиграете, на другом проигрываете, и думаете, все окей. И как только вы начнете выиграть на ГГ, вас хлопнут по выдуманной или невыдуманной причине. Оказывается, вы уже давно были виноваты, и они просто знали, ждали, пока у вас будут деньги. Это ужасный поступок. Доказать то, что рум поступил именно так ужасно, невозможно. Я за бан с конфискацией за такое нарушение. Особенно, если человек это признал. Это доказанный кейс. Это плохо. Он нанес ущерб другим регулярам. Он не у рума забрал деньги. Он забрал деньги у других регуляров. Это важно. Это нарушение. Это бан с конфискацией. Но Рум это должен был сделать в тот момент, когда он об этом узнал. А не ждать, пока он выиграет деньги у какого-то крупного фиша, будет большой баланс, он поставит кэшаут и потом здорово! И деньги распилить между собой. И, естественно, эти деньги должны были быть вернут вернуты тем игрокам, которые от него пострадали, если такие были. Это важно. Это все важно. Потому что именно на таких мелочах и строятся грани морали. Но опять же, вы можете со мной быть с этим не согласны. Это моя позиция. Не более того, у вас есть своя. Идем дальше. Спасибо, что рассказал о случившемся. Да, я прям, знаете, вот это, клуб анонимных, кого-то там. Это было красиво. Ну, для меня немного странно то, We что... It, Скажи, Плис, что произошло. Тебе Только проще будет прочитать встречу. тему, я скину ссылку. Скинул тему, это все очень крупно. Либо смотреть записи, это очень длительный разговор. Либо почитай тему, либо посмотри записи. Либо тебе сейчас в чате кого-то ответят. Uh, для меня не сильно понятно то, что как-то сильно негативные и так далее люди настроены ко мне первоначально. Ну, типа, ладно. Может быть, я излишне хочу быть правильным и чтобы меня все воспринимали правильно. Это немного как-то... Это слишком эгоистично. Окей. Этот кейс, например, во мне людям не нравится, допустим. Он противоположный... Ну, типа, он вызывает какие-то противоположные в вас мнения о моей позиции. Ну, это просто мое мнение, окей. Я постараюсь с этим смириться, честно. Просто принять то, что мое мнение не абсолютно верно и не абсолютно неправильно, это просто мое мнение, и оно вам не нравится, я просто это пойму. Идем дальше. Люди пытались состоять, что да, в 2019 году я не собирался играть в покер вообще, я стримил авточес и защищал тогда стримера только исключительно своих моральных убеждений, и мне было обидно то, что никто за него не вступился и никто не высказался я почувствовал себя... Может быть, я и не прав в этой позиции. Действительно, это моя позиция просто. Она не может быть правильной или неправильной, но... Мне было неприятно, что никто не вступился за этого человека, хотя для меня это было... Он был для меня очень очевидно пострадавшим. И поэтому я посчитал то, что я должен вступиться. Если бы за этого человека вступился кто-то другой, Лео Мановар или там люди, которые обычно ставят мораль, есть такие, знаете, моралисты, которые показывают мораль, сложные моменты, разбирают. И тут по сложному пути, и выбирают вот эти диалоги. Я себя этим человеком не чувствовал и не очень любил вступать в такие диалоги. Но когда никто из этих людей не высказался, я посчитал себя обязанным выступиться. Интересно посмотреть в альтернативное будущее, хотя лично и данное развитие СВШ, чтобы сделать вывод, где Рум и дальше бы сотрудничали на симбиозе, а людей так и баняли бы пачками в конфискации. Микролимит Ригам 100 выгодно играть ГГ. Не думаю. Если честно, я не думаю, что вообще что-то на, на, лимитах до хайстейкса более-менее выгодно. Все остальные сайты выгоднее, чем ГГ. Помимо того, что вы можете быть забанены с конфискацией. Рейковая нагрузка чудовищна. Знаете, наверное, было бы лучше, если бы подготовил какую-то громадную статью с цифрами, но вам придется мне просто поверить. Но если нет, ну что ж, я просто сказал, я понимаю то, что это можно было все посчитать, показать наглядно, как вы страдаете, то, что даже гонки, даже если ГГ уменьшит рейк на 30%, а увеличит рейкбейк на 20%, это не спасет ситуацию рейковой нагрузкой на ГГ. Она просто колоссальна. Я уже молчу про то, что баны за бомхант. Это можно было сделать, если честно, мне было лень и... Каждый лимит считать по отдельности, и вы скажете, о, ты там что-то посчитал не так, а если винрайт больше, вам либо придется, либо мне поверить, либо не поверить. Ваше право. В принципе, то же самое насчет... Во много придется э, на веру мне принять, типа, насчет латышей и так далее. Все также были увлажнены посты о том, что рум ништяк. Я не помню, чтобы я писал такие посты. Рыгбейк правильно распределяется, банят только за дело. И такого не было. То есть это идет максимальное утеирование, то есть человек отстаивает свою позицию. Он видит во мне зло и делает уже меня максимальным злом. Ты вошел в своего рода сговор, громко сказано. Да, тут уже прям уже совсем начинается с непорядочными воротилами бизнеса, которые посредством неоднозначного требования своих же правил дают игрок с игрокам им заблагорассудиться. Получать ты косы, то или не причастны ко всем, ну не их, их движухам, как следствие. Мы-то отучились, давайте отучим и других. Касается того, что люди могут быть доверяли бренду и несли в контур деньги на основании твоего Рума Проект. Как я говорил, амбассадор это и подразумевает Рума Проект. Амбассадоров для этого нанимают. Тогда вопрос, где ты меня начнешь винить? То, что я начал играть на этом Руме, тогда ты можешь винить каждого регуляра, который играет. Абсолютно каждого, потому что он также поучаствовал. Или когда я начал стримить. Тогда тебе следовало меня винить за Покер Старс, потому что тогда Амайя уже килл покер, и я его стримил. И стримил так же бесплатно, как стримил ГГ. И даже был это не обязан. Еще хуже того, я был это не обязан. А рекламировал Покер Старс, убитый Амайей. Ебаная же я мразь. Я не знаю, что сказать, если честно. Тут я говорю то, что винить, винить человека и моральные принципы можно очень рано начинать. У меня нет повода оправдываться, я считаю, то, что я поступил... Ну, я поступил бы так снова и поступлю так снова, так что... Это не, не идет в разрез с моим моральным мнением. Можно, да. С твоей точки зрения можно делать так же. Я согласился на стримы, потому что отчасти я был готов стримить и просто так для веселья, веселья ради. Оправдывает ли это меня? Вы можете мне не поверить, то что я собирался стримить веселье ради. Но опять же, мне проще верить, потому что я стримил стерзы месяцами просто так. Идем дальше. Да что ты говоришь? ладно, там это, это было рассуждение счет того, что в 2019 году я делал тайный контакт с ГГ. Мне особенно обидно было это слышать, то, что в 2019 году я отказал ГГ в сотрудничестве, даже не выслушав их предложение. А мне предлагать собирались и деньги, и контракт, когда я еще под себя мог заполучить регуляров. То есть сейчас аффилейтка принесла 750 долларов за два месяца. Это с тысячным онлайн стримом. Все уже на ГГ зареганы. Я им нахуй не нужен. Возможно, поэтому меня так и выжили оттуда. Ставили невозможные условия, чтобы я либо ушел, либо просто страдал. Потому что я им был не нужен. Новых игроков я не, при... не приглашаю больше в Роун. А старые будут играть и так. И, соответственно... Да, было обидно слышать, когда меня обвиняли в пособничестве ГГ и желании контракта, когда он мне был предложен, а я от него отказался. И даже модератор Джипси. Я понимаю то, что модераторы будут еще более лояльно настроены на Джипси, потому что первые лица Джипси не будут настроены приходить к тему и меня хейтить, потому что это будет слишком первостепенно. Я понимаю то, что модераторы будут максимально колкими. Да. Ваше право меня судить. Вырыл яму. Хорошо. Лютес, стрим или Бензом Ну, Но для меня это был не самый большой ад, скажу честно. Не буду утрировать. Для меня адом стала потом ситуация, когда был стык, Павлуша заебывал, все, я устал и так далее. Я заболел еще сверху, и все это понеслось на ложе всем Я не скажу то, что для меня было это адом, это будет ложью. Для кого-то, да, это будет непонятной составляющей, когда человека вынуждает делать то, что он не хотел быть медийным, а его вынуждает быть медийным. А мою убивший покер, когда сменилась э, стерзовская... Первоначально Шайниберги владели стразами. Потом они продались. А Майи отчасти, как сказать, продались. Они были вынуждены продаться, иначе они бы сидели там сроки или что-то там было, короче. Они были отчасти вынуждены. И распрощались с этим э, бизнесом. И когда пришла Амайя, они очень сильно убили дисциплины повышением рейка. То есть покер очень хрупкая экосистема. Повышаешь рейк на 10%, 15 дисциплин из 100 умирает и становятся казиношными и не бьются. И... Очень сильно ненавидели Амаю. Месячные были протесты из-за того 15% повышения рейка. На ГГ рейк в три раза выше, просто скрыт. И люди жрут, катают и типа норм. А астерзы до сих пор все ненавидят. До сих пор там типа чел в этой теме отписывался, у него до сих пор Амая Дон Покер. Так что... <laughs> Но я не вижу ни у кого в и ГГ изнасиловал покер. Очень нравится твой стрим, может не хотя бы часик-другой. Посмотрим. Я ничего обещать не могу, я хочу отдохнуть. Какие твои ожидания от темы Джипси, комьюнити, администрации, сайта, у тебя мнение уже сложилось? А, я делаю свои обещания, не больше, не меньше. Делай то, что должен, будь что будет. Я обещал людям то, что я заберу свою репутацию, которую я им дал. Я пообещал то, что если вы будете так вытирать от меня ноги, то я сделаю то же самое в ответ. По-хорошему мы уже не могли просто разойтись. Нужно было со мной договариваться. Со мной не договорились. Со мной было очень легко договориться, но... Это даже с этим они не справились. Ну, опять же, из тех соображений люди. Часть людей становится на мою сторону и поддерживают таких людей, как Стефан, упоминающие о том, -то, что они свидетели того, что никаким бомхантером, даже по правилам ГГ, я не являлся. Даже по правилам, которые не могут существовать, я не должен был забанен быть. Ни в каком мире. Помимо того, что я в целом сделал для покера, считаю, ну как минимум, я не наводил так много, как, как дал ему, так что да, идем дальше Скинь, пожалуйста, ссылку на этот Скинуто. Ловил бам по тем же причинам и ботов ловили Да, там были, там не были боты, там были эксплуатеры Эксплуатеры бонусной программы Предположим, через полгода ГГБ об этом миссиле забаненных игроков эгр вернешься я ответил на этот вопрос позже. Я не думаю, что меня когда-то теперь больше разбанят, и я играть на ГГ не смогу никогда. Это первый момент. Второй момент, когда у нас был такой сильный конфликт уже внутри стримов и всего остального, я понимал то, что еще немного, и мои слова пойдут в точку невозврата. Потому что я боялся за свои средства. Помимо для того, того, что ГГ это не три сотни тысяч долларов за два месяца, как меня пропало там. Учтите, это не миллионное ожидание в год, ради бога. Это 150 тысяч год год, в лучшем случае, для меня. Может, кто-то бьет лучше игру, но я бы бил ее так. При всем при этом, э, то, что ожидание не такое колоссальное, в лучшем случае я его сейчас назвал, а именно конкретного Рома, то я рискую теми сестрами, которые постоянно лежат на Роме. Это то, почему хайстейкс игроки не играли 100-200к, потому что не такое там космическое ожидание, сколько денег приходится держать и постоянно рисковать в этом Роме. Потому что, в первую очередь, это китайская казино с камина. И в этом моменте я понимал эту точку невозврата, что еще немного, и, я, и мне придется ставить условия не просто требовать к себе лучшего отношения, а мне придется вывести средства и объявить ультиматум. Теперь вы предоставляете мне кредит, я на этот кредит играю, потому что я больше вам не верю. Я больше не верю вашим словам. И по расчету, когда я проигрываю, я с вами расплачиваюсь. А когда выигрываю, вы, вы, вы мне отправляете на следующий день. И только уже я уже был готов катать только на таких условиях, потому что я боялся за свои средства. Ожидания не приносят того, сколько страха, проблем и минусовости подкинул мне Рум. Это больше перестало быть моей работой, перестало приносить какое-то удовольствие стримы, перестали их приносить. И Рум перестал быть для меня фактически плюсовым. 150 только на ГГ, в лучшем случае данных, только на ГГ. И ГГ это основная часть профита, которая есть. не преувеличивай то, что портишь. Я не так дал им много репутации. Если я им не забираю то, что регуляры и не уйдут, значит, я не повел новых. Я забираю то, что дал. Так что ты либо не преувеличивай сам, либо не преуменьшай. Либо я никого не привел, либо я никого не забрал. <coughs> так вообще на батон, это шутка, просто что можно банить за что угодно, да. <coughs> Думает, э, и то же самое, почему другие не хуесосили ромы. Другие игроки, я уже упомянул эти ники, повторю их. Я не думаю, что я их скомпрометирую. Шердок, Дудь, Катя. Эти люди были забанены за Бамхан. Часть из них были забанены с конфискацией. И они все равно вернулись и стали играть. Потому что нету выбора. И это сегодняшние реалии покера. И вы думаете, они играют иначе? И это в этом была еще моральная дилемма в общении с менеджментом. Они общались со мной так и ставили этот бомхан так, как будто они никогда не открывали кэш столы на полном серьезе. Потому что они как будто не видели этой игры. Никто никогда не постит блайндов. С меня требовалось невозможное. Выполнить невозможное я не смог, и я не Стефан. Идем дальше. Это шутка про то, что да. Я уже был, фактически был готов только играть на кредитованные деньги. Бо, и вот это уже шло немного в мой моральный разрез. Стримить игру, рассказывать, какой охуенный рум, и при этом я сижу на кредитованные деньги, уже не искуя своими. Вот это уже стримить казино, ребята. Вот это был бы уровень стрима казино. И это, наверное, одна из тех причин, когда тоже что рассыпалось. Это стечение многих факторов, но это одна из них. Какой ты видишь модель управления рума? Если ты хочешь успешный рум, то как ОГГ. Они гении. Баны такой, как твой, это следствие некомпетентной жантости, недогадности. Это вектор всего управления румов, именно совокупности. Или руководство, в принципе, не хочет видеть. Оно, не хочет, оно хочет видеть плюсовых до тех пор, пока они не выиграют слишком много. Или им не везет. Мне просто повезло. И повезло выиграть, и не повезло выиграть на этом уровне терпеть готовы, данные на, на репутации, но не от всех, увы, то есть они не особо всем нужны. Они могут... Слишком мало регуляров стало, они делают амнистия. Слишком много регуляров стало, пошли нахуй с конфискацией. Они просто экосистему держат у себя в руках. Может, я обычно рассчитываю то, что банк как повезет? Да. Я думаю, то, что нонейму гораздо хуже, чем такому игроку, как мне. Я мог сохранить свои средства и имени рисковать. И в целом, э, такие известные игроки, когда они приедали, Такие известные хостейкс игроки, которые они поедали, как э, Дудь один поедали свои дела глазки, то их дела были переисмотренные. То есть, известный защищает. Но он ему не повезет. Тем более, когда Ноуней напишет: Я выиграл такие деньги на руме, поддержите меня, меня забанит. Не скажут, что то ты неизвестный. Они а не ботли? Они а пиздишь ли? А ты не нарушал? А точно за бомхан? Короче, за вас особо никто не впишется, даже, ну. Вы здесь бесправные. О, Неймовых рейгов есть шанс спасти свои средства или в целом отдаться, продать свою репутацию, продать там душу или просто пойти на какую-то сделку с морали или даже на нее не идти остаться. Просто быть чуть более неуязвимых. У нонеймов, да, таких прав нету, увы. Дуть один, нет, это дуть один со стразов. Я напишу никнейм в чате. По-моему, у него такой ник на стразах. К неминуемому удалению, когда выиграть слишком много. Не будем рекламироваться, я не в курсе, ничего не буду говорить. Почему тему убрали с топа? Такие темы и не бывают на джипсе в топе. В топе только дневники, так что это не джипсе. Это, это опять же, важно не преувеличивать и не нагнетать, ни в ту, ни в другую сторону. Темы такие всегда попадают в попкорн, только дневники идут в топе темы. Спасибо за стримы, пожалуйста, будет топ-контент, пожалуйста, ебать я не повык общаться, сейчас 40, час сорок, у меня уже город сдохло. Там много, да, я и не говорю то, что только за бомхан банят плюсовых, за бомхан не банят, банят только плюсовых. Это, кстати, посоветую, который я дал в начале темы. Если вы регуляр высоких ставок, не надо играть минусовые составы, наигрывать руки или думать, или стримить и думать то, что я вас спасет. Во-первых, договаривайтесь напрямую через своих аффилейтов на условия, чтобы вас не банили. Это первый момент. Второй момент. Играйте как можно меньше и как более выгодную игру. В принципе, я вижу то, что все регуляры это правило поняли. Вот. Так что... Я, я не думаю, что я чему-то новому научу хайстейк Они все прекрасно знают правила этой игры. Это скорее поможет игрокам ниже. Где же оправдание от администрации ГГ? Такого не будет. Ну, а, ГГ высказали свою позицию. Я вообще был удивлен, то, что они, во-первых, и высказали. Они высказали, я думаю, больше ничего из этого не будет. Это, в принципе, конец диалога. То есть, за мной будет такое наглое, длинное, жирное, большое слово, которое я сейчас говорю. Позвольте одного из самых известных расскажи по коронакомиссии в РУМ и затем забанить. Самое забавное, что кто-то получает за такую работу деньги. Я, если честно, считаю, то что... Э, русская Русский... Русская витрина ГГ Покерок получила лавры колоссальной работы ГГ Нетворка и ГГ Натурала. То есть фактически для успеха РУМа русскоязычное ответвление не сделало нихуя. Гении на маркетологах на китайцах сделали колоссальную работу, но люди работающие на русском ответвлении посчитали себя просто гениями, которые создали империю, и теперь каждое их решение золота, они просто окрылились, и из-за этого было такое отношение ко мне. Потому что, если честно, я понятия не имею, ну, типа, насколько реально нужно охуеть, чтобы так со мной общаться. Это просто, ну, типа, нужно чувствовать себя просто каким-то неуязвимым, как будто ты, как будто он мне заплатил деньги, типа, просто мне заплатили деньги и я должен быть благодарен. Я думаю из-за этого. Но еще есть шанс, то, что конкретно я кому-то не нравился. Такое возможно. Иначе я просто, если честно, не представляю это этого. Может быть, я недальновидный и тупой. Идем дальше, да. Для меня это... Пускай это останется, знаете, загадкой для меня, которую я никогда не ищу. <как> так они, по-моему, никогда не оправдываются. Максим пишет на наш... шаг. Здорово, славянка, только для Буквально пару советов дай. Без шуток, как подняться с колен на 25 тен 200 за 2021 год. Играть в хорошие румы, где хорошие ожидания. Я я, короче, сейчас не смогу отвлечься, потому что лимит моего горла подходит к концу. Нигде не правда, с Максом пишет служба по поддержки. Давайте я уже пойду непосредственно к вопросам, не буду уже читать такие, потому что стрим уже идет почти 2 часа. Я не думаю, что кто-то это уже выдержит смотреть. Мы пойдем уже просто чисто к вопросам и закончим на этом. <coughs> Мне, наверное, написали ответ, где ГГ высказалась. Я, в принципе, на их ответ полностью ответил. Мне да, добавить особо нечего, можете почитать тему. Я, в принципе, ответил на всех вопросы. И, в принципе, мы на большинство из них ответили. Люди говорят, что карма не прошла месяца, как приметнулся лагерь Мурейк из бета. Ну, опять же, здесь меня идут дальше. Как ты банил людей на своих стримах, вот какую-то тема в русло. Отдельно вот про то, что я хотел сказать, вот про подобные посты. Вы вот и думал, ты полежишь ГГ Покер, тебе идут на встречу, ты ошибался, поэтому в ярости. То есть, когда люди э, напрямую оскорбляют то есть вот конкретно этот пост, если рассмотреть, это прямое оскорбление, неприкрытое и так далее. Человек не пытается как бы понять ситуацию, которую я там сейчас объяснил, и не собирается вообще слушать, Он идет прямое оскорбление, это ужасно. Это и при всем при этом хуже, я понимаю, что такое всегда будет, хуже того, что эти посты остаются заплюсованными. Это система разбитых окон. Когда вы попадаете в такую ситуацию, в общество, где вот такое поведение, где вот такое поведение, оно поощряется, оно даже не, наказ... не наказывается. После этого не хочется находиться в таком обществе. В таком ситуации я оказался до этого, когда был кейс с латышом. Когда я разбираю сложную ситуацию, делаю полезную вещь для общего комьюнити, как делаю это сейчас. И люди просто тебя там хуй сос... Ну, Окей, я понимаю, что сейчас людей таких будет. Это нормально. Но когда оно остается заплюсованным, это ужасно. Потому что в следующий раз другие люди на моем месте не станут это делать. Нафига им этим заниматься, тратить свое время, силы, наживать себе врагов, чтобы какой-то чел рандомный прошел, отхуесосил, а все еще, блядь, были этому рады. Это ужасно. И с такой же ситуации столкнулся Миша Инер. Это ужасная ситуация. И если вы хотите жить в другом обществе, вы должны своим... От... Короче, не проходите мимо и не не делайте свое молчаливое согласие, иначе вы будете жить в мире, где люди после этого не будут наподобие меня высказываться. И они не захотят находиться в таком обществе, где это будет молчаливое согласие. У конкретно этого поста оно. Вот конкретно этот пост он заплюсованный. Ну, может уже конкретно это заминусовано, короче. Не проходите мимо в таких ситуациях, если вы считаете то, что это. Обнои стоит. Спасибо туда. Вот и, короче, к чему хотел сказать. Для меня это важная часть. Вы, может быть. И... Кто-то ее знает по своей составляющей от первого лица, когда он сталкивался с такой ситуацией. Кто-то не знает. Но я был уже на, на своем положении, в котором нахожусь не один раз. И это ужасно, находиться в такой ситуации, видеть это, и у тебя пускаются после этого руки, тебе не хочется больше этим заниматься, потому что это дизморалит. Я понимаю то, что так люди будут высказывать всегда. От этого никуда не денешься. Я понимаю, что я всегда кому-то буду не нравиться. От этого тоже никуда не деться. И я не собираюсь этим что-то делать. Но когда ты видишь то, что общество молчаливо принимает как типа... Тогда не хочется ничего делать для этого общества. Идем дальше. Вырвано было из контекста то же самое здесь. Люди просто устраивают какую-то травлю, они что-то хотят, и так далее. Я, в принципе, это объяснил, ну. Дело людей. Идем дальше. Ситуация понятно по факту было бы. Принять предложение Шантаф 100 плюс и сделать его минус 7 остальным, кто пришел играть в помойку от тебя в виде твои стримы. Здесь, опять же, мы рассматривали это на примере расстановки морали. Виноват тот, кто стримит казино, виноват тот, кто играет в футбольной команде, которая представляет пиво. Виноват тот стример, который стримит и получает оплату от КГЦЛ. Типа. Футболисту нужно уйти, строителю не строить особняк, депутату. Здесь моральные принципы. Короче, вы сами ставите себе здесь границы и так далее. И сами ставите свое осуждение или не осуждение. Здесь вопроса прямого нету. Здесь просто негодование. Здесь тоже, опять же, вопрос недосказанности и так далее. Я не знаю ни одного рума, которым я могу назвать белым в сегодняшних реалиях. Наверное, исключение Гольфонд. Но я не играл на нем, я не в курсе, может быть, я просто плохой, я не знаю. Про все остальное я могу сказать очень много плохого. Про каждый рум, Стерзы в, в том числе. Так что здесь вопрос как раз-таки вот этой недосказанности. И то же самое, в мире очень много проблем, но мы не сидим и не мусолим их каждую секунду. Почему не поддержал на джипсе запаха замаскивания против ботоводов? Я не помню, когда это было. Как я уже говорил, я не моралист, который будет стоять и рвать на себе последнюю рубаху, защищать всех. И то, что я сейчас делаю, я делаю это не из моральных высоких своих принципов и нравственности. Я делаю то, что считаю должен, должным но, как я говорил, это не моя моральная война. Я этим заниматься в дальнейшем не буду. <coughs> Когда тебя шантажировали рум стрим или бан, у тебя были деньги на счету? Были. Банская фискация Нет, мне обещали все вернуть, если я откажусь. Ты озвучил сумму, которую ты выиграл за два месяца. Да, это был самые лучшие два месяца. Ты нормально сдал. Сколько ты выиграл или проиграл, после того, как начал стримить? Я после этого проиграл, по-моему, 100 тысяч. Если я правильно помню. Рум я, конечно, все равно закончил в плюс. Не в колоссальный, но в плюс. Если Здесь как раз таки говорится то, что не слушайте ангажированных игроков, не будьте идиотами и так далее. Амбассадоры для этого и нужны, чтобы делать репутацию. Будьте умнее. Идем дальше. М -м -м, нет вопроса. Легендарный. Надеюсь, он выйдет легендарным, не знаю. Для кого как. Бахтер только в кэше, если попал МГГ, не МТТ и спина существует. Если честно, есть отдельный момент, который я не то что специально молчал, я ждал от этого вопроса, к которому пойти и на него сейчас ответить в этой ситуации. Потому что, если честно, для меня странно, почему этот М... рум настолько хорош для МТТшников. Потому что, насколько я понимаю, он реально хорош для МТТшников. Ну, он настолько хорош, что ботов туда запустили с тимплеем. И они там показывают 43% на ИРАИ. И полмиллиона выигрыша на одной связке. Так что, по идее, в МТТ все окей, в спинах, я не знаю, может быть там слишком большой райк, а в МТТ, по идее, на ГГ нормально. А, могут и там быть баны, конечно, и изменится там система, я этого не знаю. Идем дальше. Почему не создашь дубликат? Это хлопотно. Вопрос в том, что я хотел по большей части сделать стрим, а не тему, которую я веду, потому что... Как вы видите, информации очень-очень много. Я хотел бы это все как-то более структурировано, но это очень тяжело все. Я думаю, у меня получилось поедать то, что я хотел. Поедать атмосферу, поэтому не преувеличить и не солгать, поэтому сказать правду и не зацепить союзников. Создать такую тему на английском очень проблематично. Я сказал Хастик с Эгом, то, что я забанен и был шантажирован. И я думаю, то, что этого достаточно. И Бороться против Рума в дальнейшем я не собираюсь. Идем дальше. Известны ли эти подобные случаи взаимовыгодного сотрудничества среди других хайсеров можно без именников? М -м -м. Я тупо посмотрю в камеру. По большей части, скажем так, нет. Не будем врать. Нет. Косвенно, но поймового и так далее у меня нету. Так что нет. Нет взаимовыгодного такого сотрудничества нету. Ну, в смысле, вы поняли. В смысле, вы поняли, блять, не двусмысленно. Поймового доказательства у меня нет, поэтому я не могу сказать то, что да. Так что нет. У меня этого нету доказательств. По идее, рай для ботов там будет, это не о том. Да, я думаю, то, что на ру комьюнити Китая похуй, потому что мы просто реги, и я ужасный рег для Китая, потому что я смог побить их в плюс, а им нужны нулевые реги. И а тех, кто будет плюсовать, просто будут банить потихоньку. А их как бы первым, а, самым основным лицом будут выходить какие-то супер реги, которые медийные, и поэтому играют хайстейксы, играют со всеми типа лимитлоса, и будет показываться 100-200 какатка, а на остальное нахуй банится. Примерно так. Их заботят китайские рынки, тоже так думаю. Здесь, в принципе, вопроса нету, здесь рассуждения, и идем дальше. У меня имеется следующий вопрос. Признает он заключил сделку со своей совестью в моменте? Нет, даже в моменте. Когда пошел стримить и рекламировать ром? Тоже нет. Знаю, что это шарашка. Как я говорю, я знаю плохое про все румы. И то же самое я делал и с Старзами, и опять же, мне за это не платили. Завидно, игры прилетают баны ни за что. И не только на ГГ они прилетают, на ГГ их просто больше. Готов ли он возместить какие-то убытки, какой то разыгрался от его партнерки, получил банка свет по левой причине, <coughs> типа бомханта, тем самым. Нет, не готов, потому что... Я могу выставить счет по партнерке тем, кто от меня зарегался, в обратную сторону. За время стримов, с учетом потери концентрации и пропоченных блайндов, и этих 750 долларов, которые мне заплатили партнеркой, я сыграл в приличный минус по мат-ожиданию. То есть, мне это понесло ущерб так что те кто игрались по партнерке если вы хотите согласны с пунктом 2 я могу выставить вам счет сколько вы должны оплатить за стримы и за мою партнерку тот вред который я я выстрелил сам себе в ногу и какой линии поведения будет поддерживаться годе утешит с данной проблемой махата с край ничего не знаю я выставлю ему счет если он захочет я ему выставлю отрицательный счет серьезно Своим присутствием я дам Рому пытаться осознать, ли он, что данный тем, вкрочит гвоздь в крышку и потенциал гроба не только ГД, но и меня самого. Так как он пользу своей пытаться нажил деньги с партнерки. А я в минусовую это сделал. И сознательно выдавал людям, которым мы доверяли, на картины игры в данном, простите, за уважение Руме. Я напрямую говорил то, что я не смог побить 1К. На вопросы я либо молчал, у меня не было другой возможности ответить. И в целом, как это сказать, требоваться ангажированных людей реально очень глупо. В принципе, я на все это уже отвечал. Это моральная позиция. Здесь высказана моральная позиция, которой и вы можете придерживаться, и он может придерживаться. На это нету какого-то ответа или что-либо еще. Это моральная позиция, и она у каждого своя. И осознает ли он, что, что это какую-то репутацию мне запортило? Ну, в некотором смысле, да. Думаю, да. Ну, я осознавал то, что, скажем так, краше меня это не делает. К слову, ровно двух часов было заметно, да. Это я сказал сам. Думаешь, у Инока он ограбил гэпа не по финансовым причинам, правда ли считал рум хорошим? Для Хостекса я сейчас считаю его хорошим. Играйте на Хостекс, бамхантите, выигрывайте деньги. Без меня там дышаться будет лучше. Всем удачи. Держите по минимуму, надеюсь, вам повезет больше, чем мне, и будет все очень здорово. Так что. Если человек не получилось нажиться с мертвёрки, это не значит, что он не самоцельно не было получения, прибыли ради этой хорошей игры. И он сознательно умалчивал нелицеприятные факты Румы, которых знал, достаточно человек, поставил прибыль выше репутации и доверия людей. Потому что я не смог, не смог сдержаться, не заражать голоса, по статус сброска забирать, с чем то не согласен. то есть, здесь говорится, сейчас, я, как говорил, я 9 февраля предлагал свою партнерку, естественно, собирался работать, стримить для, ну, для денег. Это работа. Невероятная, ребята, но стримить, это... Это работа, которую вы зарабатываете на, де на этом деньги и на этом живете. И да, мы рисковали, когда просто каждый регуляр, который играет сейчас на ГГ, он в некоторой степени рискует и поддерживает рум, который... Он поддерживает систему, которую он не поддержит. представляете? То есть... Я знаю много регуляров, которые играют на ГГ и называют это ёбаной скаминой. Просто ёбаное казино скамина. Откровенно они это называют. Но они на этом играют. И поддерживают тем самым этим игру. Можно их ли их винить? Ну, типа поступайте, как считаете нужными. Опять же, это чисто моральная позиция. Да, я ради хорошей игры пошел играть в ГГ. Да, и ради хорошей игры и дополнительного ожидания, и то, что мне нравится стримить, хотел вообще стримить. Я им сам предложил 2 февраля стать им, их амбассадором. До Спасибо того, как Спасибо тебе большое, Блокер, за то, что сделал и делаешь для нас. Заминусь пост не могу, так что пусть этот донат будет осуждение прямых и а скромных. Спасибо. Спасибо, душам сегодня Гоги. Я об этом просил, попрошу и четвертый раз. Не будет лишним. Не надо высказывать свое моральное вот это составляющее, как делал этот человек. Это ваши моральные принципы. Они именно ваши. Вы можете о них говорить, но не нужно... Вы можете это обсуждать, но не стоит осуждать... За... Обсуждать и осуждать это две разные темы. Если вы начнете осуждать человека за то, что он э, занимается стримами, например, и бегоги, это очень-очень неправильно. Это очень несостоятельная позиция, уверяю вас. И это очень неправильный поступок. Потому что, как мы уже приводили примеры, вам придется осуждать всех в округе. Это несостоятельная позиция. Это просто травли и высказывание негатива. Это не конструктив. Это неправильно. Будьте взрослее, будьте старше этого. Спасибо за понимание. Ох, ебать, у меня еще и глаза уже устали. Или я расплакался, не знаю. Давайте идти дальше. В общем, это моральная позиция. Когда вы ее высказываете, вы часто наносите кому-то вред, если у вас она настолько радикальная. Поэтому будьте с ней поаккуратнее с высказыванием. Вы не то, что не имеете права так думать, но будьте аккуратны с радикальным высказыванием позиции, потому что вы делаете токсичное общество вокруг вас. Люди к вам тоже потом начнут высказываться радикально. Вы можете это обсуждать, но это нужно делать аккуратно. В специально отведенных темах эта тема была вообще не для этого. Я понимал, что она все равно станет темой морального обсуждения. Идем дальше. Поддерживать бессовестного человека. Это, опять же, моральная позиция. Он имеет право. Набежали, заигрались на ГГС и пострадали. Если определишься за тему, посмеемся. Или вы теоретики? Тут тоже нет вопроса. Это тоже неправильный вопрос, как я говорил, не преувеличивайте. Она не может быть в слайдерах, потому что ее в лучшем случае могли там вот этот вот в горячем добавить, типа какой-то пост отсюда, но она и так типа на слуху. Не, она не могла быть теми дневников. То есть не надо лишний раз пиздеть на ГГ, ой, на Gypsy Team, когда она этого не слушает. Есть кейсы, когда Рум провинился. Я виню Рум за поступок с Иннером. Я очень сильно на его стороне, мне очень жаль Иннера. Мне очень жаль то, что так вышло. Мне очень жаль эту ситуацию. Я против позиции Gypsy Team в этой ситуации, сильно против. Но в данном контексте, ну, типа, нужно винить за правильные ситуации. Здесь это, это не так. Моя тема не могла быть слайдой, она не должна была быть в, в этих моментах, потому что там освещается тема, которые получили недостаточно внимания. Моя тема получила достаточно внимания, и слайдой она не могла быть, потому что это не дневник. <coughs> Сделки не было, потому что на кону были значимое... а, это ответы, это не вопросы. Или это вопросы? Это, это ответы. Идем дальше. Ну да, это опять же подмена понятия, то что Рум делает себя, боится с Бомхантом, но с ним невозможно бороться. Сам Кэш это подразумевает первоначально. Кэш был создан, когда сильные выиграют у слабых. И это наша работа, как регуляров. Я бы хотел, знаете, чтобы мне платили за то, что я просто играю с Линус Лан Хадзап, честно. Я бы с ним вступил бы в этот танец, это, я думаю, я бы сделал бы красивым этот танец. Но этот танец для меня будет таким дорогим, и мне за это не заплатят. Вот, и поэтому мне приходится, покер моя работа, то, что я выигрываю этим деньги, а не делаю то, что мне в нем нравится. Я... Сегодняшние регуляры стали менеджерами столов. Они держат кучу румов, соглашаются на те ситуации, которые не должны... Ну, которые мне нравятся, просто потому что так происходит. И идет подмена понятий. Увы, это такие реалии. Идем дальше. Поверьте, каждому хотелось бы. Мне, знаете, как бы мне хотелось быть абсолютно белым и говорить абсолютно правильные, простые моральные истины. Подходить к ебаному столу, сдирать скать и говорить: вот это, блять правильно, а вот это плохо. Вот это хорошо и так далее. Но мир не такой, и у меня нету такой возможности. Нету вопроса, стримить по базы бана я понимаю, зачем партнерку предлагать? Я обязательно нет от партнерки я мог отказаться. Мне предложили типа как один из вариантов какой-то оплаты, то что у меня будет партнерка, типа как дополнительно для меня. Я и согласился, естественно. Во-первых, как я уже говорил, то что я вообще-то хотел быть их партнером, и я так на это легко согласился, потому что, если честно, я думал, то, что, может быть, это что-то будет хорошее. Типа, окей, я вам пихаю, типа, давайте, типа, пойдем в простые понятия на время, облегчим. Я вам пихаю говнорум, вы получаете охуенный контент от меня. Все выигрыши. Я имею возможность играть, у вас охуительный контент, но я пихаю говнорум. В принципе, любой рум, который бы я стример, он говнорумом был бы, любой, потому что нету нормальных румов, нету ни одного такого рума. И... Было бы типа все окей. Но, типа, короче, вы с поняли. Не, не, не пошла. Кто такой инвокер? Это я. <как> <как> Спасибо за теплые слова. В будущем, зумчик, пока ничего не буду обещать и так далее. Отдохнул, будет видно. Пошли они также на сделку, что не могли предложить Руму. Я думаю, то, что все регуляры просто были амнистированы наподобие этих. Они не единственные регуляры, таких больше десятка регуляров. Я думаю, то, что ГГ реально поебанил в свое время слишком много регуляров, убрав тем самым конкуренцию. И остались более ярые бомханты, которые играют хуже, чем причисленные регуляры, но которые прям бомхантят как смерть. И таких очень много, которые просто реально смерть, коса, гроб, гроб, крест, каким бы вот заруба. И вот таких вот осталось много. и Они поэтому выпустили более сильных, чтобы было какое-то соперничество за лобби, какой-то файтинг и так далее. Чтобы как-то вернуть чуть-чуть эко экосистему и вернуть себе репутацию. Они так дозированы, знаете, типа. Есть загон! Они приоткрыли дверцу и хлопнули. Вот. Нет, такого, естественно, ничего не было. Это утаирование, опять же. Конечно же, нет. Я думаю, их просто выпустили и все. И они играют, ну, типа, беспределят и делают правильно. Потому что... Есть еще такой аспект, знаете, когда я в первый раз ездил в Макао, там есть такая система оплаты, сансити Сити называется. Это способ переводить деньги между странами, городами и все остальное, китайский. Ей пользуются силу доманы. Миллионы долларов через нее приводятся. Хранятся такие же миллионы долларов там регуляры. Вы прилетели в Макао, сняли своего счета в Сан-Сити, или вам привел другой регуляр, получили вот такую пачку кэша в Бюни, Пошли, сели за стол, поебашились, все замечательно. Отличная система, все здорово. Мне говорили то, что настолько вот ему то, что лучше держать Сан-Сити, потому что он еще есть там, типа, и в Лондоне, и там, типа, лучше держать Сан-Сити, чем в каком-то э, банке. Объясни, что случилось в Сан-Сити. Почти любая такая китайская, китайская вещь, наподобие румов, Сан-Сити и всему остальному, рано или поздно людей там сажают к ебаной матери. Это случилось с Сан-Сити. Можно назвать это соскамилось. Сан-Сити. Сосните. Называйте как хотите. Это была очень удобная система. За счет этого очень приостановилось в свое время поток денег на ГГ и тому подобное. Это был очень удобный метод. Но что нужно знать. Это была колоссальная система. С целой мать его кучей денег. Филиал был в Юни и там в других городах. Это было замечательно. Рай для лудоманов. Просто миллионы можно было приводить. Миллионы. На полном серьезе. И это к вопросу, опять же, возвращаясь к тем 3 миллионам, которые выплачивали два месяца, к долгам, которые продавали. И сейчас он сеть еще не разбанена. И там также регуляры продают свои деньги за процент тех денег, которые там есть. Идем дальше. Так что любое китайское говно могут рано или поздно этого китайцев присажать, и это все нахуй соскамится. <кхм> Сколько будет, лет будет Джек Покер? Я ответил в начале, но повторю, это мое мнение. Он умер в начале этого года. Серьезно. Мы трахаем труп. Что скажешь по ботов в честность игры? В а, ГСЧ очень много какие-то вопросы к ГГ, но это, это шаткая тема. Я не хочу ничего об этом блять. быть мне это развеселило. Пизда. А, ГСЧ, короче, это очень шаткая тема, здесь можно в свои свалиться. Я много слышал про это, на себе не почувствовал. Я когда только пришел, была такая раздача, то, что я прям аж за волосы схватился. Была раздача, я с тузами проиграл туз королю у фиша, когда еще были раздачи с дамами, и было наложение флеша. Тройной алын, и этот фиш нас уебал уже на терне без аутов. 15 тысяч недодачи. Я пришел, у меня еще была своя ебанутая недодача. Я только пришел на, на 5К, депнул пару битков, когда он еще стоил дешевле. И мне эту раздачу, я думаю, ну ебаная скамина просто с подкрученным ГСЧ. Потом больше таких раздач я ни разу в свою сторону не увидел. Но в тот момент я охуел. Я просто охуел. Типа думаю, ну замечательный рум, ебать, китайская помойка. Так что насчет ГСЧ я ничего не буду говорить. Я бы наоборот сказал в их честность. Не встречал. Честно. Я бы скорее сказал то, что все честно. Честность игры. Я бы оценил ее очень высоко. Я согласен со Стефаном. Честность игры на ГГ для меня выглядит на уровне Старзов. Но не из-за наличия службы безопасности. А, я думаю, ее почти нету. Она ловит... О, служба безопасности ловит легких нарушителей наподобие Фэнгжи, которые открыли в браузере или открыли Simple флоп Она борется с такими. Это легко отследить и ловить. А сильных нарушителей наподобие латыша в кэше нету, потому что они катают там минус. Поэтому кэш на ГГ очень чистый. По ботам, честности и ГСЧ. Все отлично. Я и говорю, играйте Хайстекс, играйте МТТ. Любители играйте, если вам нравится софт, нравится смайлики, здорово. А, а вот профессионалам от игры 1К и ниже очень плохо там. А... Про ботов МТТ вы выслушали. Отдельно еще повторю не то, чтобы утрировать. Вы же понимаете, когда у человека есть такой софт, у него забанили всего лишь один из аккаунтов, и у него все настроено, и он выкачивает по полмиллиона только из одной связки, из двух аккаунтов. То есть не из всего того вот этого пирамиды, которая у него выстроена из трех аккаунтов, ту ближе, которую он играет на подобие латыша. Он не уйдет с этого рума. Он там, с других аккаунтов, и не он один. И ГГ с этим, поверьте, оно не хочет и не, не будет бороться. Это слишком дает. дорого и фактически невозможно. Здорово, инвок. Здорово. Хорошо выглядишь. Спасибо. Это тебе на замазочные чипсоны со вкусом краба и на баночку зерошки мистер Панди. Спасибо. лад бро. Ждем твоих стримчанских. Спасибо. Пока обещать ничего не буду, а то я сейчас наобещаю, а потом пропаду снова на полгода. Спасибо. И чипсы не получу, потому что я сегодня ел... Гранд Иначе с большую тарелку неделю теперь можно не жрать, потому что это было супер калорийно. Но спасибо, я отложу на следующую неделю. <с avec> спасибо за поддержку. Думаю, на этом вопросы все закончились, которые я здесь мог увидеть. Давайте на этом это мы оставляем. Это тоже не особо важно. Я подустал, но давайте еще я почитаю по-быстрому чат. Буквально еще 5-7 минут, я думаю, выделим. Если будут вопросы, я посижу дольше. Я сейчас отойду на 3 минуты, вы подготовьте вопросы. 3 минуты, я вернусь. И почитаем вопросы с чата, пожелания и все остальное. Парафлим. На серьезной теме, я думаю, мы более-менее закончили. Может быть, еще что-то я скажу. Но, в принципе, я думаю, я все сказал, что, что хотел об этом руме. И если что-то пропустил, то сейчас отвечу. И сейчас вернусь. Так, я вернулся. Есть ли будущее у Минтона? Есть ли будущее у нас? А -а -а -а. Предбюр больше денег нет. Есть амбиции камбэкнуть в элиту? Ох, ебать там, парни. Сейчас я буду останавливать и читать. Ох, ебать, я даже не знаю, как это сделать. Амбиции камбэкнуть в Литу нет. Хор я хороший состав сложно играл, играл верхний, но именно типа бороться за первый это уже точно нет, точно нет. Будешь на ТТ на пати пакерок, жесткий мульти... Думаешь, на ТТ пати жесткий мультиаккаунтик, что по поводу кэша на пати, тем самым странные игры. Uh, я на пати не играл кэш, так что мне тяжело судить. По поводу то, что мультиаккаунтик э, жесткий и так далее на, на пати или кирке. думаю, достаточно. И не только он. И в целом то, что... Ну, как это сказать? Это вопрос румов со слабой службы поддержки. Был слитый мной и Тайлером, был слитый латыш, напрямую он был слитый, тепленькие, типа, попросите нас, мы его до, прикончим. Типа, просто позовите меня, я его прикончу. Они делают свою проверку и его отпускают. Какая, блядь, служба безопасности, сука. Я, я в ахуе, короче, был. Это просто катастрофа. ГГ вообще, как вы поняли, расследование не стали делать. Может, у них вообще нет службы безопасности. Идем дальше. Я просто сейчас пропустил, который сейчас свежий, и буду листать. Какой биткоин кошелек считаешь надежным? Холодные кошельки, можно использовать этот бизнес. Когда в Крым? Я думаю, месяцев через пять, но пока не точно. Скучаешь по игре с баронами, где он сейчас катает? Я не знаю, где он. Он давно пропал. А... Отчасти, да, скучаю. Хорошие были времена. имена. Так. Не думаешь, можно хоть позитивно сказать о будущем покера? Любите эту игру, играйте в нее. Я не думаю, что она полностью сгниет, но покер будет становиться хуже. Что плохо по пати есть? Но кейс только с этим. Я не буду трогать сильные другие ромы, потому что это не в моих интересах. Я вообще не хочу никого это, как это сказать. Это можно бесконечно хуесосить всех. Привет, крипте участвуешь. Чуть-чуть. А, Если есть ли урок, который играет сейчас только на крипту? Конечно, конечно. Когда будем хрючить шавуху? Я сегодня хрючил этот начос. А как у Латаше идет речь? А, об и 500 на Gypsy Team. Я думаю, ты найдешь. Это очень большая тема. Назови свой топ и с ГГ, когда он ты играл на своих лимитах. Для меня топ-3 выглядит Линус, Стефан, Бойфин. Линус топ-1, Стефан с Бойфином, я думаю, по соперничаю. Ах ты конченая сволочь. Мы тебя на три стакана кормили, а ты так нам отплатил вывалив все на стол как член. Пошел нахуй. ГГ топ. Сибирь захватим. Покер наш. Так. Я, может, что-то просрал, но, короче, идем дальше. Ну, стримы, они в память очень прикольными. Конечно, когда ты типа, посмотришь их в моменте, то думаешь такая, что такого. А потом вспоминать весело. Многое в жизни такое, и детство такое же. Что с красным Буроном? Я не знаю. И где Инер? Почему только воды? Тоже не знаю. Может отдыхает? Ну и кто-то. Я не в курсе, что на тебя забанили. Как они это написали тебе, Бамхант? Тут большая тема, можно почитать на Джипсе. Думаю, тебе там ссылочку. Так. Сколько типов есть кролей? Чуп, так ладно. Риги месяц огромнейший рейк без РБ, зачем их еще банить? Можно оставлять самых слабых. Как я говорил, то что очень часто бывает состав, который играет все в минус. Очень слабый фиш, заливающий 16 ББ на 100. И 5 регуляров, которые слабее меня. Даже я этот состав не могу потянуть в плюс, а они его катают. Какой смысл им вообще этот... Какой им вообще смысл... А -а -а оставлять меня, если можно оставить этих челов, которые все проигрывают. Кого-то дисперсия апнет, но на дистанции они все сыграют в минус. Я им бессмыслен, тем более, еще мои деньги можно забрать. Мы мои пощадили, но в целом, я думаю, ты понял суть. Денег настолько мало, то что вообще Рум не готов делить. То есть то, что Фиш депнул в Рум, Рум считает своими деньгами. И он не готов делиться вообще с регулярами. Примерно такая ситуация. Почему Семен уверен, что ты бахтил? А, я не знаю, он по идее такого даже и не говорил. Я от него этого не слышал. Ну и, как я говорил, в целом просто ангажированных людей нет смысла выслушивать по этой позиции. Они плохо себе сами не могут сделать. Не Джоан, не стримить с Хардстоун. Не, Хардстоун мне не нравится. Как и отношение МТТ. Я думаю, МТТ будет дольше всего умирать. Я думал, то, что так будет. И особенно часто заявлял, это вы слышали и на моих стримах, и, наверное, на всех, кто играет в покер. А, стримах, то, что МТТ будет посчитано самым последним. Это самая сложная и многогранная дисциплина. И играционные игры, какие больше ее любят, то, что за раз можно выиграть очень много денег. И то, что она будет умирать позже остальных. Но Латыш сказал, она уже мертва. И я не думал, то, что настолько все плохо. Пока он не начал стримить на, э, на джипси джипсе вот это вот, я не понимал масштаб пиздеца. Он просто... В тот момент у меня, типа, вся картина с ног на голову стала. Извиняюсь за глупый вопрос, почему нельзя было... А, я не встретил данный вопрос. Играть на лимитах ниже, чтобы играть 4 часа минус для себя игры, видео, нечто подобное. Понимаешь то, что у меня есть семья, и покер это моя работа, которая зарабатывает деньги. Мне нужно катать, чтобы зарабатывать деньги. И мне нужно как-то уделять время своей семье, жить для себя и заниматься своими интересами. Четыре часа в жизни играть на L2, чтобы просто от меня отъебались. И знаешь, я когда был под мастерия и работал по строительству вот тут, я работал больше двух лет, больше трех лет, я работал по строительству. У нас был заказ один. Мы... Там был.. Заказчик был такой же бедный, как и мы. И он попросил положить плитку дешево. То есть у нас там, типа, скажем, была расценка там 35 гривен там, за метр. Он попросил за 25, типа, положи хуво, но положи за 25. И мой мастер тогда отказался. Он говорит: я могу положить только за 35 или наймите кого-то другого. Я тогда подумал, ну ты, блядь, и долбоёб. Боже, мы ходим и клеим объявления на, на улице, чтобы найти работу. А ты не можешь положить плитку хуево, когда тебе сказали, положи на 25 гривен. Не ложи на 35. Положи на 25, сделай хуже, чем ты можешь. И он отказался, он говорит, типа, ну найди другого, кто сделает тебе за 25. Я тогда этого не понял. Я не мог стримить НЛ2, делать хуёво, контент. Блять, я сам себя бы возненавидел, понимаешь? Мне самим собой еще в дальнейшем жить. Короче, когда ты начнешь что-то делать и уважать свой труд, то ты не сможешь делать хуёво. Настолько, по крайней мере, хуёво ты не сможешь делать. Ну да, я мог, думаю, так поступать, потому что условия были совершенно не прописаны. <coughs> что за история с латышом? Уже не один раз говорил. Gypsy Team. Тема называлась АБИ 500. Там очень большая. Чел играл с подсказчиком самый высокий МТТ на пати и на ГГ и стримил это. Мы с Тайлером его в этом уличили, сделали доказательства, предложили ему Оправдаться, он ушел с форума, и все. На этом все закончилось. За него вступила часть других его братья, друзья, там сваткум и все остальное, которые клялись и ставили свою пытаться, то, что он не на боте. Всем Посмотрел слили. Я твой стрим, пожалуйста. Прости меня. Я написал заявление на увольнение и пойду работать автобусом. Окей. Okay. Uh... Короче, этот чел ушел с форума, остальные остались, кому-то испортили репутацию в красную, кому-то нет. Ну, все, на этом все закончилось. То есть, кульминации, ну, типа... Он не запу невероятно, но он не запустил стрим и не показал здесь циферки, которые там показывают там бот и там типа кол, рейс и тому подобное. Невероятно, но он это не сделал. Все этого ждали, но он этого не сделал. Так что так вот все и закончилось. Но это был доказанный кейс того, что на самых высоких АБИ 500 он вынес полмиллиона связка аккаунтов и то, что он читаю на ГГ и ПАТе. И поэтому он был неуловим до тех пор, пока он не решил постримить. Латыш до сих пор катает. Я более чем уверен, что он на ГГ, на ПАТе и на всех румах, где его не могли забанить. Даже где его уже делали проверку, он также сидит после других аккаунтов. Я более чем уверен. Да, дружок, я знаю. И вполне возможно, то, что он это все слушает. Я не буду говорить насчет других там ППЛ, а там, который его брат, кто же об этом знал, естественно, там типа люди повязанные, которые ставили свою репутацию, клялись 10 тысячам соловерных часов и так далее. Я не очень сильно хочу, опять же, уходить сейчас с дебой, поэтому, потому что эта тема, это, она может быть расстанута ровно настолько же, сколько мы сейчас общаемся по поводу ГГ. Я говорю именно по поводу ГГ сейчас, поверхностно, на другие вопросы. Ну что, Тогда, в принципе, все вопросы закончились. Спасибо всем за компанию, спасибо, что смотрели. На этом мы заканчиваем. Это заключительный стрим для сайта ГГ. Он вышел длиннее, чем все остальные. Было весело. я не буду дальше травить ГГ. Я выполнил свое обещание. На этом я заканчиваю, так что не ждите от меня чего-то другого. Я не буду переводить эту тему на английский. Я не буду собирать все темы в ID, написать в Гибралтарскую комиссию и тому подобное. Я закончил. Не ждите от меня то, что я буду какой-то моральный судьей там, и так далее. Я просто сделал то, что был должен сделать. Спасибо. Играйте в покер. Любите покер. Цените его. Крайне не советую играть кэш 1гг от 1к и ниже до 0.2. Он ужасен, есть куча румов, где вы можете... Где покерная мечта все еще возможна, и вы можете выигрывать. Если вы игрокарцеронный игрок, играйте там, где вам нравится. Милости просим. Но если вы играете хайстейкс, играйте гг. Без меня стало легче дышать. Спасибо всем. Пока-пока.